если почекать, вот прям откровенным взглядом, то у меня вроде в последнее время даже винрейт приличный. Да, блин, не знаю, почему выиграл одну-ка. Да не только одну. Я с Вичком пару раз недавно играл, выиграл. Ну это все из-за пассивной ульты. Я прошу пересказ, блядь, зафиксировать, что Макс выигрывает из-за пассивной ульты. Да нет, нет, ну короче... Не, ну ладно, тут пассивная ульта. Макс ставчик, но прошлая катка была грязновата. Ну, я не скажу, что Макс ответит на меня, сделал что-то некультурное, кроме лагов. Но лаги вроде ни на что не повлияли, то есть не было такого. Из-за лагов. Просто, между прочим, мне, кстати, надоело, что Витёк каждый раз практически оффает из катки, в которой я выигрываю. То есть каждый раз, когда я выигрываю, то Витьку что-то мне не понравилось. Нет, чувак, я, конечно, понимаю, что твое мнение в этом счете может быть противоположное, но в этой катке мне очевидно, что не понравилось. Вот. И все-таки я честно дотерпел. То есть я не устал уходить в АФК, чтобы раскидываться рандомными ушами. Я честно дотерпел до 40-й минуты. Надо было что, опнуть просто, и чтобы Никитос вошел, поиграл с нами. Еще раз, что ты хочешь от меня? Надо было опнуть. Что я должен был сделать? Опнуть, чтобы Никитос с нами поиграл. Я не админ катки, ты мог опнуть, чтобы Никитос с нами поиграл. Если бы ты опнул, я бы тоже, наверное, опнул. Ну извини меня, блядь. Если бы ты офнул, я бы точно офнул. Не скорее всего, а точно. Извинения не приняты. Пошел нахуй тогда. Ау. Так что, Мишань, это твой косячок, а не мой косячок. Если хочешь ты выставить в таком свете. Да, блядь. Согласен. Кстати, мой косяк, Витюк, это ты рачила и не задефался нормально. Я тут ни при чем. Блядь, чел. Никто. Конечно, понимаю, что очень весело, блядь, это обсуждать, когда это не с тобой происходит. О, доктор Панда я. Доктор Панда. Почему Витьку постоянно падают сраные волки, заебал? Еще Мишань напрягся. Я не люблю Скарлетта, я просто не люблю Скарлетта, я на нем, по-моему, ни разу не выигрывал. Это вроде не плохая раса, но у него нет плюсов. Не то, что воргены, да, воргены, уже сплошной плюс. Не знаю, я прекрасно победил на этих, на Скарлеттах. Ну, правда, там компик нужен для победы на Скарлеттах. Я когда мы играли, да, нет компика. Компик разъебал Мишаню, потом я просто добил. Вообще, когда я проиграл сегодня от Эльфа Крови, то же самое, по сути, произошло. Ну, наверное. Ты запушил Эльфа Крови, он на меня послал четвертый барак с инсулом. Ну да. Блин, я между двумя мудозвонами, я даже не смотрел, кто. Сверху и снизу. Между тремя, брат, между тремя. Мишан, а что там со звуком? У тебя оба этих в Дискорде или как? Только комп основной. Блин, Никитос, она какая-то жесткая же раз. Сейчас это аномалус. Нет, аномалус не очень жесткая раз. У Витька определение жесткой расы — это когда в ней есть лысый жмых. Я. Без идей, кого ты имеешь в виду, но Survival. Survival, там Кара, да, Survival Кара. Блин, если что, ребят, прошу запротоколировать, я реально успешно в прошлой катке показал это самый мастер-класс на филорках. Это был мастер-класс на филорках. Подожди, а ты не застал, блядь, не Витёк, на кастарт охуенный. Витёк, барак в центр? Витёк, барак в центр? Да-да-да. Ну, Витёк вряд ли барак в центр поставит. Да-да-да, я не в центр построил, но у меня свой центр. Я просто экран повернул к другому. Ноутбук на боку лежит просто, ну что, все в порядке. У нас как-то у всех общий центр получился, парни. Да, кстати. Блять, старый добрый общий центр.
Ну, кстати, кто-то в центр поставился. Как старый добрый. Никита в центр поставился. Да-да-да, ну так мы все поставили. Я говорю, Кашан прав, общий центр реально произошел. Так сказать, смещен немножко. Карта немножко смещена. Сейчас, Кашан, что ты за раз? Панда. А, я понял, он у тебя не поставил барат. Так, хорошо, он меня поставил. Что, Никита, следующий друг на друга или... Да-да, следующий друг на друга. Мишань, дам тебе с другого континента, блядь, подарочек. Great again. Ну, чего? Вы сказали, что мне по цену прокушаться, я не вижу такого. Чтобы там прям плохо было по центру. Ну, кого-то не пушат. Ну, они просто у меня на линии стоят в основном, а так, да. Мне подвластно. Ну, блин, от волков дефаться, это в лес не ходить. Волков боятся? Это правильно. Зырки не выступают. Блин, забавно, что волчья магия, по сути, лишает меня магов. Это очень забавная магия. Маги самоликвидируются. У тебя магия называется антимагус. Антимагус, реально. Так, Нидос, ты бараки во все стороны раскидывать вполне уже, да? Да. Понял. Да блин, я люблю волков, но как же я ненавижу, когда я против волков. Ну это просто ужас. В этом с Никитосом сейчас еще паритет устроить теперь в барачный, все. Ебучий играть, ты прав, да. Ну я просто ненавижу, типа, быть рядом с волком и при этом быть Максом. Это просто несовместимые вещи. Блять, вторжение американцев. Реально. Хепчик начал билдинг. Это защитное вторжение. Я вам говорю, откуда на Беларусь готовилось нападение. Защитное вторжение, забавно, да. В стиле Америки. Защитное нет. Да, лучшая защита это нападение, потому что. Защита демократии. Да, да, да. Ваша база, Кашан, оказалась недостаточно демократичной. Мы слышали, у тебя же как раз панда, это же Китай. Получается, да. Осуждаем, блять, на всякий случай, ну так. Да, ко мне спускаются нефритовые стержни дедушки Чи. Нефритовый стержень, да. Пережём нефритовый стержень. Вы же видели эту гениальную запись, когда типа там... Российская сборная заняла там второе место на матеше, а первое место занял Китай. Там сказали, что наши проиграли нефритовым стержнем дедушки Чи, или что-то такое. Или не при этом дядюшку дедушки, не при этом всем дядюшке Кси. Это как-то фонтан.ру, по-моему, или что-то. Какая официальная? Ну, какое-то издание более-менее приличное так написано, да. Ну, не фонтан.ру, может. Ну, наверное, фонтан.ру, да. Да, не могут, да. Нефритовый стержень. Никитос, а какие у тебя скользкие не, не, я набрал. Нефритовые малыши дедушки Кси, все. Нефритовые малыши, вот как назвали. Команду Китая. Что, скиньте положительные особенности у рас, которые... Судя по всему, типа, они какие-то кастеры, то есть у них плюс один уровень магии, и... Сейчас скажу. Почему они дерутся так хорошо? Ну ты смотри, ты просто зачистил... А это абилка, которую я взял. Это я взял абилку на усиленный второй барак. Да? Да. А. Они усиленные? А, я вижу, да. Другие крещен варил. Они прям ебут. Ну что, Мишаня, например, просто на линии перепушиваю спокойно относительно. Я тоже максовским бараком начну. Никто еще 3-0 прокачал уже. Угу. Там все по задумочке. В этот раз очень прикольная прокачка. У них
типа, все юниты второго барака прокачиваются в одной и той же обилке, поэтому достаточно просто ее брать. Как же вы меня задолбали? Скарлетт Момон. Я, короче, выдвигаю новое определение. Раса, которая слаба в дефе, это, в принципе, раса, которой приходится дефаться. То есть, если мне приходится дефаться, значит, раса плохая, потому что она слаба в дефе. И сейчас мне приходится очень много дефаться. Это отвратительно. Но на большинстве раз... Да, в Оргенах вообще не про деф. Орген — это про атаку. Не знаю, но мне пришлось дефаться от Никитоса. Я не сказал, что я это очень успешно сделал. Мне докупочкой пришлось это делать, но... Mm-hmm. Я же, блядь, Никитос не испарился, дойдя до моего барака, блядь. А был бы не против, но он не испарился. Никитосу невыгодно тебя пушить, потому что ты потом в итоге ответ контрпушнешь его и трахнешь, и все. Ну, это просто стандартные качели, я не знаю, почему Никитосу невыгодно. Нет, это качели экспоненциально растущие. Тут нет момента нигде. Исследование завершено. Мало, да? У меня, кстати, такое ощущение, что же все юниты прокачиваются второго барака. У меня даже второго и третьего барака все юниты прокачиваются. А, ладно, но маги у меня в другой качают. Ладно, все кроме мага. А вот у меня как раз типа маг, как... У меня, короче, третий барак качается, где маг. И четвертый, где... Я просто перепушиваю, вообще нейтралочка говорит пока. Да, у меня маг тоже нейтралочку, ты еще не понюхал. Витёк, я напомню, что тебе нет мага. Ты мне говоришь, что там мага где-то качать, у тебя маг пропадает, как только кастует свой первый спелл. Маг качается, ну хорошо, то, что получит место мага, качается в другом месте. О, маг, кажется, сейчас понюхает нейтрал. Исследование завершено. Так, кто осаждает-то? Я. Непонятно. Мы оба осаждаем. Никто сверху. Я не могу, меня не показывают. Меня не показывают. Там сейчас никто знаем, знает, конечно. Ну хорошо, хорошо. Лагает, что ли? Ну, у меня очень сильно сейчас лагает. Забавно. Это Макс виноват. Виноват Макс, согласен. Я готов. Кто снова сверху? Блин, я не могу, я не знаю. Ну, Кош, ты задолбал, а почему у тебя юниты просто сильнее? Ну что же это такое? Ну что? Банды. Ну что мне со Скарлетом своим делать? Почему он такой? А, ну слушай, подожди, Кошана же Орли Пуш, по-моему, да? Сделать в верхнем бараке надо, нет? Нормально все? Вроде нормально. Не, мне надо просто нарисовать броню зданий, чтобы такие моменты не было. А у тебя, Витёк, кто же Early Push? Нет, ну я волк просто. Мне это надоело, что ты волк. Блядь, а что, перестать волком резко быть, что ли, я не понимаю. Ну... У меня телепостация, что ли, с того, что... Я понимаю твой вопрос, но ты пойми меня, типа... Типа каждый раз просто докупают юнитов, типа, ну что это за хрень? Смотри, когда-нибудь деньги закончат.
Видимо, сейчас. Там не деньги кончились, а КД юнитов. У них деньги, да. Там сверху готовится говно подойти, готовься. И снизу тоже. Да, ко мне снизу почему-то очень агрессивный утек подходит, придется вот так сделать. Ты не волк. А я... А-а-а. Забавно. Ну ладно. И что еще делаешь что-то странное? У тебя выбрано два барака. Как может быть выбрано два барака, я не понимаю. Ну я не вот знаю. Вот ты типа взял их каким-нибудь, обвел... Да, ты сделал типа, что-то... Зажал мышку, обвел квадратиком и зацепил оба барака. Вроде ты дефаешься, и вроде даже в итоге получились правильные вещи. Вон. Ночуечка. Скилл был. Да-да. Я не думаю, что герой должен был идти на Витька, а не в меня. Не-не, все правильно. Правильно. Все верно, я думаю. Я думаю, что все пошло ровно так, как должно было пойти. Претензий нет к этому. Я обойдусь без 400 голды, вообще спокойно, лежат. Ну, там для второго барака он неплохо не получал. Блин, какой же Скарлетт пластмассовый, ну что ж такое. Сейчас будет захват нейтралки Максом. Да, это произошло. Впервые? Впервые. Это благодаря тому, что я начал качать броню зданий, видимо. Потому что все остальное я уже вытащил. Недостаточно демократично. А должно быть килхим. Первая экономика мира под моим правлением стала, парни. Первая экономика. На слайде. А где тогда вторая армия мира? Раскушаем, блядь. Витёк, я не очень понятно, что ты осуждаешь, но если что-то ты осуждаешь, то можешь начать сушить сухари. Если ты что-то не то осуждаешь. Сухари тоже осуждаем. 400 голдусов реально умом пришли. Че он не умирает-то у тебя в итоге? Умер. Так, вы не про Талисру, что ли? Я думал, вы про Талисру. Талисра тоже умирает. Она не умирает. Талисра... Там нехрен против волчар выходить на ринг. А в чем проблема ринга-то? Против волча. Исследование завершено. Исследование завершено. О, да, еще и волна отлично вышла. Вышло. Гошан такая сильная панда, вот я как не поиграл на пандах, панда же полная хуйня, а Гошан прям... Я боевая. Ёбрь какой-то. Боевая. Да пиздец. Ну Гошан Орлипуш себе взял. Ну там Орлипуш... Нет, я не взял Орлипуш, кстати, на ёбка. Ну у тебя юниты первого барака, возможно это не называется Орлипуш. Да. Конечно. Это правда, но это действительно не является Орлипушем. Но это милишные юниты первого барака, обычно они такое называют Орли Пуш. Нет, там Орли Пуш был соседней вкладкой.
Просто не было вкладки. Вкладка — это когда другое окно вообще, в нем другие кнопочки. Я руководитель направления продуктовой архитектуры. Я могу называть вкладками что хочу. Продуктовая архитектура. Это гамбургеры делают, что ли, Кэшан? Да. Мотоциклы. А где у вас мотоциклы, кстати, продаются? Блядь, кто нас не продает этим мегамаркетом, блядским? Это бизнес, на самом деле. Я не знаю, у них какой-то ёбнутый рекламный бюджет. Типа, я слышал, кто-то в духе цифр 200 ярдов в месяц. И, типа, как только... Пытаюсь, рекламный что-то... бюджет? Ну, у мегамаркета. Бюджет на маркетинг. Uh-huh. Вот. И uh-huh. я, типа... После работы такой, заебался работать. Посмотреть на YouTube. Мегамаркет, мегамаркет, блядь. Там мегамаркет, здесь мегамаркет, сука. Найс отдохнул после работы. Да, симулятор мегамаркет. Не знаю, я был на играх будущего, по-моему, там ни разу никто мегамаркет не рекламил. Потому что там нахуй они никому не нужны. Они сами, у них, у самих рекламного бюджета больше, чем у мегамаркета. Да правда, да, мне кажется, игры будущих только не рекламировал. Давайте, Мишаня, твой герой умом там решил ходить. Я не знаю, а типа... А мне точно выгодно, чтобы у меня просто умерли юниты? Ну, у тебя третий барак останется, у меня второй. Ну, типа, видишь, он сейчас подходит, до него все, до него не достают пушки. Никакие, видимо, да? Ну, посмотрим. О, Макс, ты только сделал героя на центр отправить, и ты мне третий барак сделал. Какое сложное. Повезло, повезло. Мне от вас слишком тяжело дефаюсь, поэтому мне надо как-то апать барак, чтобы дефаться. О, понимаю. Талистра все-таки помирать начала, но я еще жива. На 14 уровень это неплохо. Далит на 14 уровне дает привет всем моим Дейлин и Праудборам, которые умерли на втором уровне на миду. Далит-то она не антигеройская, еще и умирать. Да, у меня и Антангидас умирал на миду второго уровня. У меня все умирало на миду второго уровня. Бить Антангидаса на втором уровне на миду. Да ладно. Добро пожаловать. Застилил столик. Нет, буквально ненадолго. Очень сильно отлагало и стало прям хорошо. Блин, у меня герой все-таки умрет. Да? Блядь, профармить геройчик, да? А, нет, прости, выебать, оно отрафит, конечно. Ненавижу волков. Ненавижу. Бля, Мишаня, если что, взял. Мишаня взял антигеройскую ульту, парни, чекайте. Если кто-то еще не столкнулся с этим, Мишаня взял антигеройскую. А что такое антигеройская ульта, в смысле? Ну, это которая полтора, короче, за героев фарм идет. Так мы же ее забанили давным-давно, нет? Ну, ее разбанили, потому что она перестала быть имбой. Ну, это правда, она сейчас исключительно дефательная. А че в ней поменяли? Ну, она раньше просто, типа, мешала и на центре мешала, и везде мешала, а сейчас она исключительно деф отсюда. А, окей. То есть она теперь действует по ограниченной радости. И после этого Страда на меня послал героя. Я... героя тогда, когда ты третьим бараком подошел к моей базе. Кажется, у тебя проблемы с причинно-следственной связью, если это вызывает вопросы. Нет, это вызывает вопросы, потому что на меня глупо послать героев. Нет, он послал не на тебя, он послал дефаться. Но в итоге он пойдет на меня. Ну и... да, но он герой пошел дефа, да? Не тот сам. Ой, иди. Блин, кстати, прикольно, у меня Грей. Короче, Ген решил зафокусить именно Акулец. Справился.
Дальний почему-то вообще не хочет умирать. Ничего, денег-то вообще никаких нет. Там сейчас все на меня по глушу пошлете, а у меня денег нет. Да-да-да. Ничего, Миша, не сыт, у тебя антигеройство. Мы же не будем слать на тебя глуша, если у тебя антигеройство. Не будете, это правда, да. Ну это просто невыгодно, потому что. Да, согласен. Все так. И не поспоришь. Никитоси меня пропушивает вторым бараком против второго, хотя у меня юниты полной прокачки. Макс, а ты-то зачем героя призвал? Можешь сам на свой опор ответить, я не понимаю, Гоша, типа зачем бы присылать героев? Уж ты меня ебал, я понял, что я должен прислать героя. Сколько хп твой барак потерял? 50? Благодаря моим грамотным действиям потерял 50 хп, да. А прокачка юнитов входила в грамотные действия или она отдельно? Входила. Да почему ты ее не упомянул сразу, а только грамотные действия? Я считаю, что это неуважение к прокачке его. Давно в Максе кушей никто не пускал. Бля, у Никитоса же мана работает как хп юнитов. Блядь. Это же ебанутая способность, что мана, реально у них мана, это типа хп юнитов на самом деле. Она в башенках как-то прокачивается, что мана становится хп юнит. Это я не знаю. Исследование завершено. Ну это я знаю. И это хорошо, что ты знаешь. Да-да, Мишань. Шарит. Ты из этих. Живо. Где герой-то у Макса, я не понимаю. Он тут нашелся. Никитос, что ты сделал? Никитос, ты в порядке? Мне кажется, надо на паузу поставить. Ну, давайте. Никитос. Что ли, или что? Да. Ты тут? Мне почти барак скушал. Ну да, вроде. Да, Никитос, вроде ничего опасного не происходит, а вроде игра на месте. Для меня зато, блядь, происходит. Не понял, Никита на месте или ты на месте? Вроде на месте. Да, блядь, ну почему ты постоянно... Здесь не мне сейчас... Мне сейчас надо будет отойти, короче, парни, так что я оставлю... происходящие события на небольшой рандомчик. На умолчание. Но если вы не будете меня пушить, то, возможно, я даже не умру. Ну, ты насколько должен отойти? Ну, совсем, видимо. Ну, минут на 5-10. Не, ну за 5 минут мы, наверное, тебя скушаем в любом твоем режиме. Да хз, ну, типа, если качели не устраивать. Если не устраивать качели, может быть, и не... Нет, ну, можно...
Просто поручить Гоше, чтобы Никитосу не спушили. Ну да, мне же заняться нечем, блядь, ты же мне базу не несёшь. Конечно, ну, возможно, да, есть чем заняться. Да вроде нет. На каком? Короче, какую-то безопасность Никитосу обеспечить, но не очень высокого уровня. Почему у меня гуш на центре уже? Это не у тебя, Гошан, это у меня. Я... У тебя гуш на центре, у меня гуш на центре. Есть один нюанс. Ну не к Мишане же его посылать, правда? Все правильно. К Мишане вообще глупо героев посылать. От Мишани надо только получать героев посылать. Плохая идея. Нюанс, конечно, тот еще. И тут что мне с ним делать? Да ладно, он не дойдет, мне кажется, на Гушан. Я вот просто сам хотел Гушана в центр отправить. А, ну тогда, когда дойдет, отправляешь Гушана в центр, тогда наоборот все просто. Не найдет, не дойдет. Ты бы еще досмотреть мне Гушан, ну ладно, все равно придется отправлять, конечно. Наверное, тебе нет большого смысла смайт из моего дефающего Гуша. Потому что нет такой большой поддержки. Нет, нет. Блять, там Никитос. Я бы никогда так не поступил с майтом дефающего Гуша. Это ж крысу. Да нет. Просто я не понимаю, зачем. Ну, типа, очевидно, что я не думаю, что мой Гуш, даже дойдя до Гаштана, его. Исследование завершено. Поэтому зачем мне смайтать. Ну, короче, я не понимаю, зачем. Короче, у Никитоса очень жесткая прокачка у юнитов, они ману конвертируют хп в башенках в какой-то момент. А, Никита прям это прокачал? Они просто не умирают никак. Конвертируют ману в хп моего барака отсутствующего. Мне, походу, реально придется героя посылать на Никитоса, потому что мои юниты просто не разбираются. Равный барак у меня тоже не справляется с Никитосом. Ну вот у них потому что там есть какая-то башенная прокачка, что их хп превращается в хп в ману, то есть там наоборот мана в хп, то есть там типа они блокируют урон за счет маны. Я, наверное, действительно отправлю какой-нибудь танк на Никитоса, потому что так жить, блядь, нельзя. А, ну, Гошан, что у Никитоса третий барак для тебя? Я просто держу в курсе. Ты просто не видишь, потому что они наземные, но там третий барак. А, вот почему они мне постоянно проходят, как я держу. Вроде в балансе более-менее, но что-то поебывают. Третий барак просто. Это третий барак? Нет, тогда нормально. У него он не летает. Я понял. Это конечно, был нюанс. Так, как там Голдрим на центре? Нормально. Вот, блядь, я уже не уверен, что его отдефать смогу. Когда он да, пройдет. Он не дойдет до тебя. Самые известные ну, последние понимаю, слова. Нет моих юнитов. У меня почему-то юниты просто вообще не выживают на центре. Мои юниты очень быстро умирают. Просто меня бесит держать вот эти вот 2700 голды и не инвестировать их в развитие. Ага. Ну ты можешь Мишаню отправить. Мишаня сейчас получит что-нибудь, блядь. Однозначно. Тоже какие-нибудь третий барак не летающий, четвертый не пушащий. Чем вы там вы сейчас занимаетесь? Мишаня третий барак. Ты утверждаешь, что ты мини-смайта тут юзаешь, да? Нет, я мини-смайт не смогу юзать. Я его могу раз 10 минут. Да. Долго КД. Я вообще не считаю, что мне надо только на тебя тратить мини-смайта.
Не, просто не знал, типа, если условно ты раз в 10 секунд можешь хуячить. О, да, бесплатно. Мы сейчас кушаем Никитос, к сожалению. Меню, пауза. Никитос вернется за штурвал, так сказать, когда барак уже будет готов быть спушен. Ну, на самом деле, мне кажется, просто Никитос мог в АФК войти, я не знаю, зачем он это сделал, потому что он просрал сейчас прокачку, а что ты убрал? Я перекупил к Никитосу. А, ты сейчас его депать будешь своими силами? Может, АФК лучше справится? Ну, возможно, да, возможно, просто АФК... У него же денег сейчас, наверняка, миллион там. Это правда. Просто поставь АФК за него. Ну, АФК сможет. Или сможет. Чего? Сможет. АФК все умеет. Ну, АФК пишешь. Да, нормальная система. Нет, не но АФК, а бэк потом. Ну или бэк. Ну, давай попробуем. Что там в чат? Как в чат-то, блядь, писать? Shift-Enter. Тяжело даже. Ща, погоди! Барак не пушит. Да там барак что-то барак пизды получает. Союзника. Я что-то не справляюсь с пятом. А что? Клавиатура не хочет работать или что это? Работает вроде. Или тут что-то круто зажато. Так, если еще меня жить, пожалуйста. Мишаня сейчас чем-то будет заниматься. Вот. АФК. Ну просто АФК какие-то рандомные прокачки, все дела. Ну, это же лучше, чем ничего не прокачивать. Зачем это правда, гораздо лучше, чем вообще ничего не делать. С миллионом денег сидеть. Ну, хуй знает. Но, возможно, неадекватно. Не знаю. Это неадекватно отправленные гуши все. Ну ладно, пока гушей, наверное, ну, нет. Это не важно. Давай. Да. И теперь у меня дохуя голды скопил. Ну вот, два героя на центр. Добро пожаловать. И ап третьего мейна сходу. Ну, он просто тратит всю голду, что у него есть, вероятно. Ну, возможно, лучше было все-таки Никитосу оставить это решение. Да, бля, ну не знаю, каштан. Ну, мейн третий апнуть вообще в чем проблема не вижу. Ну, двух героев на центр просрать. Ну, двух героев на центр. Ну, какая разница, там кадет какой-то прострет на них. Ну да, то есть он в итоге меня именно фидит, скорее всего, но... Он нафидит себя, у него, не, ему нечем дефать спалить. Блядь, я такой, блядь, Гошан отвлек, долбоёб Гошан на меня послал, а я... Понимаю. Так, а ну, а пока с ремонтом бараков справится, наверное, да? Ну... Ты можешь сам поражать, но да. Тебе сейчас умрет Кириан, если что, Гаштан на линии, тебе нужно будет еще справляться с бараками. Ну, я просто еще одного героя туда покачаться отправлю. Ну, смотри. Ты гораздо больше напрягает, что волк так и не умер. Блять. Ну, он, конечно, забавно прокачался до 20 уровня, но опять же, видишь, что мне на Мишане его посылать дальше, ну... На Мишане его посылать как будто глупо. То есть это, блин, забавно, конечно, вот эта ульта антигеройская, она дает какой-то карт-бланш на свинство, так сказать. Так и запишем. Мишане может делать какую-то грязь, а я как-то не буду на это реагировать. Нет, то, что я послал Соло, и ты не реагировал, это твои проблемы. Да это я не про Соло, я про то, что типа я на Гушана, блин, на тебя буду меньше хотеть отправить, потому что типа это даст тебе миллион голды. Хотя на тебя надо отправлять. Угу. А мне вообще непонятно, куда Гуша отправлять. Не, ну очевидно, что у меня волк когда-нибудь умрет. Он все-таки хп теряет, Гошан, давай, да. Понимаешь, что он докачался с первого 21 уровня, и хп он так или иначе теряет. Да, 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 ну просто... Словно, если я отправлю туда сейчас Гуша, это будет просто пушка. Ну, Витек агрессор, конечно, ничего не скажешь. Тебе нужно написать команду бэк.
потому что уже пора. Сам напиши. Да, да, мы там по ПК-то будем выходили. Да, напиши бэк. Да? А как это делать? Бэк? Бэк. Дефис бэк. Это все, Enter все сломал. Гоша, сделай сам лучше это. Да, сначала напиши бэк. Витёк, поставь паузу, пожалуйста, меня что-то произойдёт. Блядь, ну как? Я не могу, у меня тут пиздец под базой, я занят. Ладно, Никитос. А, ну там... Я не могу. Я не могу Enter прожать, если что. Но, возможно, комплекс задефтится, сейчас увидим. Ну давай, попробуем так. И у меня просто Enter не жмётся, если что. Я понял. Комплекс просрал всё на юнитов? Типа, когда я жму Enter, то ну, он... Ну, давай проверим. Это ты призвал или? А ну отстань ты, блядь, ну господи, ёбаный конь, полетел сразу пора. Ну короче, ладно, оно либо адепт, либо не может такое же. Потом проверим, потом напишем АФК. А, и за это 1.5к голды дают? За мини-смайты тоже дают деньги? Ну, звучит логично. Чё? Так, Никита, давай попробуем написать бэк. Не, погоди, а в чем логика? Для этого, Гошан, нужно написать, короче, у меня не работает Enter. Я написал. Америка, great again. Да, и напиши еще минус Z6. Минус Z6, тоже напиши. Меня сейчас барак снесу. И says back. Bitches. Идите нахуй, блядь, четвертый бараки во все стороны, сейчас расхуяли будете. Измерять. Напиши минус за 6, Гошан, тоже. Mm-hmm. Ну сейчас, Никитос, ну ты у меня на базе сидишь, ты мне немножко не до минус за 6. Сори. Ну чё, Гуша, блядь, этот ёбаный Голдрин не убирает. Блядь, Гошан. Он сейчас до максимального уровня уже там докачает. Это пиздец. Надо было отправить все-таки Гуша, когда он был третьего. Так. Может, тогда отправить. Ну, если мог, то, наверное, надо. Да мог. Ой, Кай, вот это хорошо сейчас было. Прощайтесь. Инг стал вместо 10 секунд 4. Никитос кайфанул. Угу. Что-то не знаю, я... В этой игре дохера просираю, не пойми на что. То есть я по времени вообще... Мне вот интересно, вот этот волк, который у меня в итоге пошел на центр, я с этого какие-то профиты реально получил или нет? 25 уровня, блять. Ну я вот не понимаю, вот по деньгам давайте посмотрим. Я что-то не чувствую прям какого-то огромного превосходства в... О, оно у тебя при этом есть. Ну... Не чувствую огромного превосходства в скобочках. Ведешь на 10%, сука. Понятно, понятно. Кое-как, сводишь концы с концами. Ой, Гуш, пошел на центр. Давай, давай. Блять, пидора! Ну, сука, ну ты же ушел уже. Бля, Гаштан, еби его, пожалуйста. Кого, волка? Нет, ну ебаный пидорас, блядь. Макс? Да. Ну, а что у него по смайту? Да не стратил он на меня смайт, не отправлял его. Звучит как супер выгодная штука, на меня послать Гуша. Ну, блядь, а если не посылать на него Гуша, он как бы, блядь, сидит уже, сука, наглеет, меня второго Гуша посылает. Чел, вообще-то ты меня полбарака спушил, что я должен... И мне же таки с тобой играть. Ты наглеешь из-за того, что у тебя Гошан... Не напрягает сверху. Сказал Витёк, который с Гошаном всегда первый барак держит пол игры. Гошан сидит, пол игры управляет Никитосом, у него возвращает 7000 голды у меня на руках. Я рандомно вкидываю их в башни. И так по кулдауну. Гошан вообще охуенно варик пошел поиграть зачем-то. Так за меня же компик глянул тут. Компик за тебя был после того, как я заебался это делать. Ну это, кстати, умом, я не знал, что есть такая гениальная опция, это очень круто. Ты можешь просто в начале игры написать АФК и сидеть домашку по серверу делать. А, я не знал, что после АФК можно вернуть. Блять, рофы рофами, но мне ровно домашку по серверу надо делать. Знаешь, получается и не рофл вовсе.
Хорошо, Гошан, давай договоримся так. У Мишаня два гуша послал на меня, у него в нижнем браке, скорее всего, гуша ЖКД. Он пошлет, я пошлю своего в ДФ, и ты, как только он смайтит моего, ты сразу шлешь гуша на Мишаня. Окей? Если у меня будет гуша на Мишаня, и у Мишаня будет потрачен смайт, я призову в него гуша. Это явно утверждение. Главное, чтобы мой гуш к этому времени случайно на центре не оказался. Ну, возможно, это будет ошибка отправить гуша на центр. Возможно, я поэтому этого до сих пор не сделал. Ну че, я это не делал, потому что там Голдрин 27 уровня сидит, сука. Ну сидит, сука, да. Отдыхает. Есть на ним такой косячочек. Так сказать. Я устал. Да. Свидания. Что, гуш снова на тебя? А, нет. Нет. Ну, у меня герой на центр пошел. Он даже с правильной стороны, блядь, барака пошел. Это все равно ему не помогло. Но тут как будто я сейчас никак не смогу задефиться, кроме как гушом через центр. Да ёб твою налево. А, ну слушай, я могу смайтнуть на самом деле... Блядь, я не хочу смайтить с волка. Да не надо, не надо, не надо. Мишаня, все еще есть гуш у тебя? Не забывайте об этом. Это правда, да. Это не пригодится. Бля, ну это такая хуйня, что он у меня туда пошел. Дружище, ёбану, блядь. Волчище, ёбану. Постройка завершена. А Салли все равно просто отлетает? Конечно, отлетает, чел. Я не хочу волк. Волк это худшая раса в игре. Хуже только мини-лик второй. Блять, я реально прохожу к тебе, да ёб твою налево. Неужели это вот реально второго героя не хватало все это время там? Ладно, наверное, черепаха тоже быстро ко мне не пройдет. Я не уверен, что она переживет волка. Ладно, переживет. Ну, это было ценой... Давай, смайте, сука. Давай, смайте. Ну, Гошан, работаем. Что, работаем? А, у тебя же, блядь, куш по центру, ёбаный. Расчёт, просчитался. Ну, где? Работать, конечно, мы можем, но есть нюанс. Блядь, ты реально получаешь за это, блядь, 1500 голды за этот халявный смайт? Я сейчас сделал обычный смайт. Ну, это ж, в смысле, ну, ты, типа, получил дохуя голды за это, я просто уже не помню. Ой, да иди нахуй, дружище. А, чем ты ведёшь пирс брака, там же игра есть... Игра именно так разойдется ровно потому, что... У меня просто герой, блядь, на центр пошел, налево. Ну, получилось действительно хуйня. Ну, я не мог отдефс от его. Так тупо. Короче, не знаю. В итоге у меня сейчас со всех сторон пушит. Своей хуйней. Ладно, будем дефиться как-то от этого всего. Жду приказаний. Дар судьбы. Просто у тебя и черепаха на центре по итогу не задержалась, блядь. Ну там вроде Никитос ее задерживает. Да, это я. Не серьезно. Да Витяк, все, энд пиши, уже 45-я минута. Чел, видно. Ну, я типа попытался героев макс по максимуму отправить. Под антигероику? Ну да. Типа антигеройка, но пушить тебя как-то надо. Ну это, блядь, ну это просто забейте, парни. Ну. Опять единственный, блядь, получатель, выгодополучатель ульты, это я. Никитос, я пан. Короче, ну, с ради, у меня барак на твою сторону, единственный побитый, Витёк. Ну я понимаю, но, блядь. Побитый, потому что нехуй отходить на полчаса. Не, ну Гошан единственный побитый, то есть, знаешь, может быть, отходить, не отходить, но на твою-то сторону барак не побит. В мою сторону, может, у меня второй барак стоял все это время.
и все. Ну, а Витката четвертый барак, ну, так как хули вы. Нет, четвертый, когда у тебя стал четвертый, я поставил. Все, сейчас. Ой, блядь, ну давай, 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 давай. В чем проблема? Что будем строить? Ну хватит, ну юниты же стоят там, ну дружище, блядь, дружище. Прекратите, ну просто прекратите. Чувак, два героя, два... Ну, блядь, да куда ты на центр пошел? Один герой. Уже не два героя, уже один герой. Ну, пушка тоже нет с нами больше. Ой, блядь, парни. Ну-ка, Шан. Черепаха, спасибо. Ну почему у меня опять герой? Блядь, у меня не один, сука. Ни один герой не перенаправился из тех, что я отправлял. Ну заебись, блядь. Не, Гошан, тебе надо как хуярить, короче, Мишаня, он совсем наглее. Ну да правда. Да, Гоша, лучше звони Солу. Блять, можно просто ульту по всем запустить. Которая 3750 носит. А, как вам, парни? Мы вроде так не договаривались. Я осуждаю, но я так, это грязный приемчик. Она не снесет Максу бараки. Да, снесет на бараке только нам, видимо. Мне снесет, во всяком случае. Весь снесет, Витьку снесет. Не, ну Макс-то на нижний снесет. А, не снесет уже. Нет, там больше. Даже нижний не снесет. Ну, короче, не знаю, Гошан. Ну тогда не надо делать, раз Максу не снесет. Не напрягай, не напрягал ебаного Макса всю игру, а Макс опять стачивал у меня ресурсы. Ну я никого не напрягал всю игру. Я занимался, блядь, просмотром базы Никитоса. У меня был фильм. Не правда, что это было всю игру? Это несправедливая оценка. Я уходил минут на 10. Ну да, ну короче, это был довольно важный этап игры. Ну я не очень понимаю, в каком именно месте я должен был напрягать Макса. В заднем. Не понял. В заднем, Гошан, в заднем. Макс вообще-то руками играет. И головой. Ну, просто в итоге получилось, что Макс, блядь, просто тупо все оставлял меня спокойно, блядь, по два. Я три гуша от Макса уже в этой игре, блядь, получил. Три, блядь, парни. Чел, скажи, каким образом это не двойные стандарты, когда ты с Гошей пустая линия у вас всегда, и вы нихуя не делаете друг другу? Еще раз. Понимаешь, в чем проблема, Гошан? Когда мы нихуя не делаем, Гошан не до конца игры так делает. Гошан в какой-то момент начинает выходить в туза. Это в целом нормально. Я считаю, что в тот момент, когда Гошан должен был тебя выходить в туза, ну, блядь, ты тоже герой не пернат, пиздец, блядь. А у Макса, а Макс гуша с центра послал, он, блядь, отошел, сука, от барака, развернулся и пошел ко мне. Потом посмотрите на видео, это очень красиво было. Это пиздец, блядь, был, конечно. Я на самом деле, даже я не ожидал, что такая хуйня будет. Ну, очень смешно, это хорошо сказано, блядь, хорошо описывает данную ситуацию. Ну, вы когда посмотрите, это реально кинематографично охуенно. Просто Гуш реально, блядь, отошел, передумал, развернулся, пошел на меня. Заебись, блядь. Не то, чтобы мне, блядь, два героя теперь к Витьку идет вместе, чей герой с Гушом. Да пиздец, блядь, парни, я все понимаю, конечно. Мишаня, по-моему, вообще нормальный. А почему сразу Мишаня? Вообще-то... В игре 4 игрока, не только я и Витёк. У всех есть шансы на победу. Но только Мишаня хуярит меня по КД, как бы, и при этом вообще ничего за это не получает. Ты то же самое со мной делаешь. Неправда. Я, блядь, хуярю во все стороны. Я гуша до 28 уровня на центре прокатил. Это ты его... Себе, блядь. И что, и ты что? Я хоть один гуш, блядь, пошел куда-то? А, ты на Гиштана отправил гуша, да, окей. Договорились. Одного из четырех гушей ты отправил на Гиштана. Молодец. Че, давай посчитаем, сколько из них не смайтнули, и окажется грустная статистика. Неважно, у меня туманы теперь нету, чтобы смайтить твои гуши. Ну, значит, мои гуши не предназначены для того, чтобы их смайтили.
Да, тогда пойдем. Как где пацан Гошек-то? Что ж такое-то? Чё у вас с ресерчем? Откуда у вас столько ресерчем? Да потому что мы не отправляем всех гушей на Витька встреблять свои голды. Что у вас с ресерчем? Я этого Дариуса Краули, мне кажется, уже пятый раз вижу. Да я ничего не могу сделать, мне просто мешание, мне кажется, сейчас кушать. Я, конечно, буду дефаться из последних сил. Будут какие-то грамотные редиректы, сука, происходят. Опять ко мне Реноми Грина убили. Блять, ну черепаха, ну я только оттефался. Не, ну тут она без юнитов, она сейчас сдохнет. Да, блядь, она с юнитами там сейчас. Она правда. Ну что за хуйня? Ну она правда сдохнет. Пиздец, блядь, да конечно сдохнет. Тут уже прям, блядь, мертвая лежит. Да. Она даже пошла бить живую башню вместо мертвой. А мертвая башня без нее умерла. Ну это правда. Умрет, умрет, не умрет? Блин, кажется, не умрет. А чем она отхилилась? Уровнем. Умом. Да башенка, ну там осталось 5 хп. Ну что ж такое-то? Даже, блядь, башенку оставили. Спасибо нахуй. Действительно не сделала решающий ключ. Что у Макса по смайтам? Заебись у Макса по смайтам. Сейчас, блядь, матомат. Давай, Гешан, ради, блядь, всего святого. Просто захуярьте мешами за Витька. Ауф. Давайте, волчары, хуярьте ему там все. Куда ты пошел, долбоеб, блядь? Так Мишаня же там антиволчарская раса, он должен тебя вообще нагибать. Только я так. Не знаю, Мишаня мейном опять в порно дефается, так? Нет, хитрожопая так. Это мана, кстати, вот, блядь, ману просрал. Опять мне микроультра скидал, говнище. Мишан еще по центру начинает проходить. Да нет, ну слушай, там не сильно Гошан проходит. Странные волки, как же я вас ненавижу. Сейчас я еще гушатный спроса, блядь, получу. Я думаю, я все-таки. Да, речь, да. Конечно, ты гаша. С твоей стороны барак фуловый. Там есть нюанс. Да? Ты решил без гушаты? Ну, я бы не знал, что это было решение. Ага. Ну, гуша в меня я бы не смайл. Тоже право. Я бы смайл, и гуша в меня. Да, да, да. Там был другой аспект. Что, я запушу барак, что ли? Да ну куда? Ну нет.
Ну чем ты запушишь барак? Там дохуя юнитов. 9 кп осталось в бараке. 10. 12. 14. 17. Это абсолютно несправедливо было бы, если бы ты его запушил. Там барак. Там барак. Согласен, типа, но... Ты видишь, давай сколько так. Там юнитов? Давай так, я в прошлой катке от Мишани вот примерно в таких же обстоятельствах потерял барак. К сожалению, эта игра в принципе несправедливая. Есть мы про Survival Chaos в целом. Не, ну 44. Ну смешно, что у барака 8 хп осталось реально. Да красиво. Возможно, это рекорд выживания барака. На низком повторить хп. Повторить его будет тяжеловато. Ну это просто рандом. Это скилл, Мишань, ты что? Может, происходит рекорд от летания мотоматы от одного героя? Во-первых, там два героя, во-вторых, у меня антигеройская. Правда, да. У тебя башенки очень сильные дамажат. Ну, можно добить уже этого уёбка. Кусь! Ну кусь, блядь! Контер. Ну, посмотри на Рено Моргана. Мигрина, это Рено Мигрин зовут. Мне похуй, как его зовут. Не понял, блядь. Это Рено Мигрин. Понимаю. Я что, не прокачал эту хуйню, что ли? Прокачал. Мата отлетата. Так. Забавно, что у нас у всех все еще по три барака. Да. Но кому-то это дается чуть-чуть тяжелее, чем остальным. Да, мне это очень да тяжело. Да ты заебал будет. Меня, блядь! Ну конечно ты пойдешь да ёб твою, блядь, налево! Ладно, Витёк, лови. Спасибо, Мишань. Премного, так сказать, благодарен. Просто лови. Это тебе за все хорошее. Ну отдефайте, пожалуйста, эту хуйню хотя бы. Просто хуйню отдеф. Ну хватит, хватит, хватит. Все, нету там ничего. Нет, нет. Давай подеремся, давай, блядь. Дружище, сука, стол, говно! Говно, подходи, блядь. Подходи. У меня еще три героя, блядь. Это центр какой-то герой пошел. Ну что за, блядь, раз... Раз... Кодочка ебаных героев. Ну чё, стол? Говно! Говно на соли подошло или нет, Мишаня? Говно на соли! Говно! Говно! Говно или не говно, Мишаня? Не могу навести на соло. Я не вижу, не могу навести на соло. Засолочка произошла? Я просто не понял, говно или не говно? Да, говнище. Говно! Правильно! Говно, блядь! Вот так даже скажу. Там сейчас гушает не просто получает. Ну ладно, терпи. Может, барак допустим. Ну, я не представляю, как барак должен выдержать. Да хер его знает. Мне кажется, надо заранее просто призвать немножко гуша. Ну вот, типа... Сейчас? Ну вот, вроде нормально, да. Угу, нормально, как призвалось. Проверяй. Ну они на мейн идут пока я... что. Но почему они вообще это делают? Я очень рано призвал. Ты вообще ничего не перенаправлял, да? Я ничего не делал. Я просто не трогаю. Вот то, что не, происходит, ну, слушай, это они, целиком они в руках рандома. Барак почти упал. Да? Ну он и в прошлый раз почти упал. 200... Вроде но никто его не правда, дамажит. Да. Ну, то есть... Ну там просто типа на передовой стоит Аномалус такой красивый, красавчик. А челы пробегают мимо и идут хуярить мейн. Это забавно было. Он, кстати, от кого-то еще получил на СТМ. О! Ну мы разменяемся, потому что я не знаю, как я выдержу барак. Че там, Мишаня? Мишаня, как дела? Мишаня. Мишаня, блядь. А Мишаня башни придет. То случится, Мишаня. Мишаня отдефается башня, мейн отдефается Мишаня, вот это, блядь, домашнее. Говно! Сосать,
блядь, блядь, говнище! Ха-ха-ха, блядь, пошёл нахуй! Блядь, говно! Здорово, Лут! Сука, блядь, вообще похуй, парни, чё там будет дальше? Говно на место поставил! Это настроение резко поднялось, да? Да-да-да, блядь, я думал, хочешь... Плюс мораль! Ой, бля, парни, ебать, как хорошо! Если ты еще башню с этой стороны снесешь, будет вообще заебись. Я сейчас, бля, все там разъебу вообще на я. Я, сука, шерстяной волчара. Там группа поддержки пришла. Я сейчас мейн, главное, контрольный пусть в мейн, чтоб не расслаблялся. Лучше позвоните Солу, блядь, говно! Ой, блядь, 8 тысяч денег. Вообще похую, блядь, такая похуя. Я, блядь, парни, даже не знаю, что сказать. Просто категорическая похуя. Ну и говно вы мне устроили на базе, конечно. Ну почему вы? Ну почему вы? Потому что это коллективная работа, Витёк. Ты вообще просто участник. Просто рядовой участник. Рядовой подлива. Кто участник? Сол участник. Я даже сказал, не сто, а сол. Нет, сол получил от меня 3 смайта в этой игре. Сол вообще заебись участник. Сол участник. Причём дважды он смайтит прямо на базе у Макса. Он получил от меня 2 смайта, ну таких, бля, заслуживаем. Блять, вы заебали смайтить соло. Ну, видимо, Гошан выиграет сейчас. Гошан сейчас просто потеряет барак левый за свою хуйню. Уверен, уверен. Подходи, подходи, блядь. Понял. Заслуженный стол. Ой, сами стол. Признаешься сегодня? Нет, член. Шан тоже матумат. Рено Мигрина убили. Не перенаправился. Рено Мигрин умер. Когда я голоден. Когда я голоден, у меня плохое настроение. А, нихуя себе, там у меня член отлетает. Никто, за сколько героев ты меня призвал? Там один герой? Да. Нихуя, ну ладно. Ну, у меня full research. Да у меня тоже. Я как бы уже непонятно, что могу сделать в этой игре. Но, в принципе, раса мне понравилась, прикольная. Она не имба, как нет, знаешь, но она как бы сильная довольно-таки. Ты меня спушишь, потому что твоя ульта... Ой, твое колечко заставило, да, мейн. Я не могу ничего сделать. Ну, вроде нет, они отбились просто. Это... Я все еще не спушу. Да-да, я вижу, это красиво я поставил. Даже этого недостаточно, к сожалению. Все там юнитов, конечно.
Ну, к сожалению, они реально в любой момент могут захотеть начать меня пушить. Чё, Гаштан, место встречи мейн мишани? Да. Мне кажется, очень важно, что у тебя Голдрус докачался до 28 уровня, и он просто ебанулся такой сильный. Это жестко, да. Я согласен. Да, он уже качал Матамату до 25-го. Ну, 7-го уже. Ну, я не помню, какого уровня она на центре конкретно докачалась. Она ни разу не была на центре, по-моему. А, нет, была, была. Нет, она, блядь, конечно, была. А она что? Была. Как у тебя вообще юниты там оказались? Что это за прикол? Почему у тебя юниты заспаунились у меня под бараком? Ебу ты его. Что это за терроризм? Что это? Это у них обилка такая, что они воскрешаются, твои челы? Я не знаю, я не знаю. Ну просто они реально, там вообще их не могло быть, а они оказались. Бриджита Бобус, туда. О, ты сейчас еще и Матамату можешь не потерять. Нет, потеряла, чуть-чуть, вот плохо встала. Типа даже герой выжил, а Матамата сдохла. Это плохо, на самом деле. Пол новичка, лучше позвоните в суд. Вообще не факт, что новичка, то есть он скорее всего справится с волной быстрее и уйдет либо на меня, либо на центр. Да, да, конечно, Гаштан. Новичка вообще ни разу не пойдет, да? Давай посмотрим. Там сзади юниты не успеют подойти. Ой-ой-ой, хорошо, реально. Типа слишком быстро справился. Как же мне не вовремя лагает, я просто не успеваю призвать. Я просто типа из центрального барака никого не успел призвать. Блин, ну это, конечно, легкое для Гошана, но Гошан. Да еще не факт, у тебя все еще три барака. Да, блядь, я не понимаю. У меня нихуя нет. У тебя же наверняка, у меня типа дохуя возможность ресерча есть. У меня 10 тысяч денег сейчас. Но я просто не могу ничего ресерчить. Я тоже не могу ничего ресерчить. Но есть не баланс. Ну вот. А мне еще можно очень много чего ресерчить. Я в бедной одной башенке ресерчу все подряд. Не, ну ладно, у меня формально еще есть ресерчи, на самом деле. Просто не такое говно, что я предпочту накопить 10 тысяч. Какой же аномалус хуёвый. Аномалючий. Ну это факт. Это факт. Какой-то майнд гейм сейчас начинается с определением ресурсов. Ну, аномалус определился на меня. Да не факт. Да не, не, смотри, где его. И Павел Витёк, откуда у тебя столько голдринов? Ты же уже слал у меня голдрина недавно. Почему еще один? Голдринов? Я с центрального слал. В прошлый раз был центральный? Да ты заебал. Это правда. Сука. Блин, было бы, наверное, мне неплохо, если бы один герой, получается, пошел бы на меня, а не два, потому что так бы была лучшая поддержка в твоем направлении. Не трогай свечу, сука! Ну свечу-то за что? Гошан вас с ресерч сравнивает. Понял. Я смотрю, Мишаню красиво там попилили. Да, мне... Там Мишаню, да, попилили, это жестко сказано. Это как раз слишком мягко сказано. Говно, попилил Мишаню один молодой шерстяной волчак. Как сказать, единоличный распил. Блять, я плёкся и сейчас проебу барак от Никитоса. Давай попробуем. Опа! Красиво. Да, произошло тузожительное действие от Витька. Классическое тузожительное действие. А, это правда. Никитос, у нас только задержка, это пришло. Да, это забавно.
Если что, я сказал это ровно тогда, когда я это увидел. Блин, но этого не хватило. Не хватило. У меня был большой запас по деньгам, я просто еще героев засрал. Но есть нюанс. Вот этот нюанс. Ну все. Ну, а там стол на центре. То есть вот тут проблема, что... Ну, одна... да, я понимаю. Она должна была перенаправиться. Я немножко, даже... немножко, да, немножко, конечно, добавляю того самого привкуса во рту. Типа, я не знаю, что я реально должен заранее барак терять, чтобы она перенаправлялась, вроде нет. Нет. Надо было просто Мишаню послабее пушить, Гоша. Мишаня нашел ошибку, мгновенно продумал. Я нашел ошибку, это правда. Быстрый анализ кат показал, что... Блин, еще раз, если всю катку трахаю Витька, и Витек выигрывает, это означает, что вы недостаточно вкладывались в Витька. Это правда. Это означает, что шерстяной волчара с мощнейшими лапищами просто... Голдрин просто кусок говна конченый. Бля, как же он впиярит большой барак Кашину, он просто, блядь, не замечает его. Не, ну, тут, по-моему, реально Матамата зарешала своим уходом на стол. Не, ну, да. Этим Матамата трахнула соло. Вы понимаете, я, типа, я вообще не успел покачать соло, думаю, что потому что любой сол мгновенно умирал с майта. Почему у вас глуши 28 уровня, у меня там 5-го? Да, кажется, что за хуйня, блядь? Мне кажется, что то, что у Витька гуш 28 уровня, это ключевой поинт. Матамата 27 уровня или тоже. Она 28-го. Ну еще раз, а и почему мне не дали покачать? Где я должен, блядь, качать соло? Эфибас, а волк она... и хуйня, значит, да? Волк резко поднял. Солк! Волк! Говно! Матамат 28-м становится ультра. Это ок, левый барак, типа, можно было продать. Плюс то, что там пошла бы в ответ волна с гушом и так далее. Я бы успел еще смайт зарядить за 10 тысяч голды. Короче. Левый барак я готов был терять, потому что центральный потерял. Это вообще... Не, ну, давай так, Гошан, это рандомная хуйня, и тут да. Согласен, что грязь. Но согласись, мув с тем, что я смайпнул Матамату, все-таки хорош. Это хороший, корректный мув, тут не спорю. Ну, типа, он не добился своей базовой цели. Ну, он не добился, да. На самом деле, мне надо было раньше это чуть-чуть сделать. Я держал в уме, что я хочу это сделать, но... Это было не очень важно, я просто после этого мгновенно призываю двух героев и... Типа, ну, я Матамат... понимаю. Ну, тут должен был элемент неожиданности какой-то быть тоже. Ну, это было довольно... Я типа, не держал это в голове. То есть я готов признать, что это было неожиданно. Но... Но а приятно было или неприятно? Очень приятно. Это было неожиданно, но ожидаемо, Витёк. Да, ну типа, ничего сверхъестественного в этом действительно не было. Возможно, мне стоило пытаться наредиректить твоего гуша на мейн, но я не верю, блядь, в такие редиректы. Не только Макс умеет заниматься. Это Макс, да. Макс там барак нормально потерял. Просрать мейн было вообще не жалко. Потому что у меня в нем full research и так далее. Ну, разве что... Да и маны нет уже. Короче, главный вывод в катке, я думаю, что озвучит Мишаня. Мишаня, волки полная хуйня, правильно? Нет. Волки... Нет, Скарлетт полная хуйня. Во-первых, Скарлетт просто пиздец. Во-вторых, волки, имба, кроме одного волка. Волка зовут Голдрин. Голдрин — это кусок говна. Никогда его не пикайте. Единственное, что он контрит, это Скарлетт. Да? Нет, Голдрин нет, ничего не контрит. Голдрин — говнище. Объективно, Голдрин в этой катке крут, потому что он успел прокачаться раньше всех гушей на 10 уровней, там условно. На 20 ну, да, да, не да. Хочешь? Ну, у вас, по-моему, вообще гуши были типа примерно первого уровня, когда Голдрин уже был 28-го. О, Матамата... Но я готов признать, что я ошибся, типа, что я послал соло в атаку, и Витёк просто изи задевался Голдрином, и мне пизды дал мою ошибку. Но, блять, еще раз, почему, сука, мне всех солов трахнули? Я примерно одного или двух солов помню, которых не смайтнули, а соло было штук 8, может. Нет, я твоих солов разъебал. А я двух солов смайтнул прямо на базе. Ну да, Кудгош, видимо, вообще ни разу не дефался от солов, но вот это как раз и есть те два, о которых я говорю. Да, ну я. Я два раза смайтнул, два раза задефал, честно. Нет, на базе. Я три раза честно смайтил эту хуйню поганую. Ну вот, еще один раз сол бездарно умер на центре, блин, когда я уже сдох. Вы посмотрите, какой у меня будинг рейс, парни. Бать. Если что,
Блять, я скушал почти одна. Все ваши здания. Четыре ваших Дудзен Грейста, это три ваших Дудзен Грейста, это мои три башни. Блять, а кто, интересно, скушал кому-то что-то? Гашан, наверное, мешанец. А не я, Макс, что-то скушал. Забрали у Вичка последний Дудзен Грейстик. Это пусть главное, что... Вичок, я скушал тебе. Вичок, на самом деле, был на грани поражения, мне кажется. Я, да, я в любой момент был на грани положения. На самом деле, ты меня очень легко мог прикончить, если бы ты Гушар меня призвал просто раньше. Да, это правда. У меня бы сгорела жопа, конечно, но это... Но я бы закончился. Но это того бы стоило, но это бы... Ну, не знаю, у меня уже сгорела жопа. Можно порадовать. Я даже по деньгам мог, но я просто реально не хотел. То есть, мне кажется, это был бы грязный мув. Ну, нет, просто я считаю, что честно, у меня в прошлой катке сгорела жопа, прям хорошо сгорела. У меня было достаточно жопы пригарной катки. Блин, а кто, интересно, кому кто скушал? Может, ты Макс скушал, Гошан? Нет, я твою башню снес. Я снес твою башню точно, а у меня один билдинг рейст. А, да, точно, ты матоматой пришел и снес. Да. Ты Никитос точно мне снес, значит, Макс тебе что-то снес. Потому что Никитос точно снес мне две башни. Да. Макс снес мне одну башню в своем последнем пуше. Блядь, точно в конце, да, он спушил, ебаный Макс, блядь. И тут насрал Вичку. Да. Блядь. Вичка, разъебал. Блядь. Так и запишем. Макс разъебал Витька по итогам катки. Да, в итоге Валерчик потерпел поражение сокрушительное от Максончика. Блять, сокрушительно, да. Созрывное поражение. Что, Мишань, может реванс? Мишань, может реванс? Я готов ровно, вот ровно на одну или на ноль. Я одна или ноль. Окей, ровно одну. Ровно одну, давай. Ну, парни, а я можно я просто посмотрю за вами? Я нет, честно... нет, так нельзя. Да не, погнали, да Витёк, погнали. Вы меня запушите. Нельзя, погнали. Мы не будем, да в смысле? Нормально будем. Ну хорошо, вы не будете, но один молодой человек... Ищел, как будто... Нет, так у вас была честная дуэль, и ты её выиграл. Потом уже немножко хуйня произошла, но это не важно. Типа, самый счастливый момент в игре Витька был, когда он скушал барак Мишани. Все остальное было неважно. Кстати, Витёк, я тут что-то подумал, и, возможно, на самом деле, тебе даже не стоило ломать мою матомату, потому что тогда бы она гарантированно ушла направо, и я бы не мог ее призвать на себя. Я тут что-то подумал. Смотри, я вроде в тот момент не шел еще к тебе по левой линии. Нет, это были очень рядом события. Нет. Да. Мне кажется, нет. Ну, короче, я... Короче, нет. Кажется... А у тебя Discord с компика? Да. Можешь перейти на ноут? Мне кажется, он звук ко мне транслирует заодно, за компанию. Ты можешь просто... Вы создайте, чтобы я зайти мог. Давай. Или вы хотите моё хуйщине? Почему он имя поменял обратно, охуел? Ну-ка. Кстати, сейчас, Гошан, мне надо перезайти в сессию. Давай. Да, Макс, офни нахуй свою хуйню. Макс, по-моему, офнул капитально. Нет, что, я вижу игру Орс. Нет, Миша, они что-то почему-то захостить решил просто. Да, так, все, никто забирай. Угу. Там переименоваться не забудь. Да-да, я как раз пытаюсь. В этот раз это вроде не лагало ни у кого ничего. Ну, кроме Никитоса, но нет. Ну, тебя не будет. Кстати, уже сказал, я уже Гошин сказал, ты просто не слышал. У меня дедлайн подачи статьи на конференцию в конце мая, я после этого взглянул. О, хорош. Создавай игру. Да, сейчас. Сейчас это занимает некоторое время.
Я понимаю. О. Ну, у меня, кстати, в прошлой игре очень сильный старт был почему-то. Вот я не знаю, что я так делал хорошо, но я прям... На самом деле, когда отошел, у тебя очень имбово то, что в башенках есть прокачка, что за ману... Я специально ее выкачал. Она прям пиздец меня ебала. Более того, там очень прикольная есть синергия, и я ровно эту, типа, я ровно две вещи выкачал. Значит, вот это то, что ты сказал, а второе это, что юниты крадут ману. Да я тебе не хочу быть обманом. У меня юниты в итоге крадут ману и используют эту ману как хп, это же охуенно. Это не просто неубиваемые, то есть я на волках стоял под своим бараком. Мишань, ты будешь заходить или нет? Мы тебя не слышим, если что, Максони. Так он офнул, по-моему, нет? Нет, он в Дискорде. Он, по-моему, сказал, что ему нужно компьютер перезагрузить или что-то такое. А, это может быть. Ну просто он в Дискорде все еще отображается. Еще, короче, почему у меня был усиленный второй барак? Потому что юниты, которых я взял, это усиленные юниты второго барака, которые утверждается, что дают ауру на доп. Урон, типа плюс 20% доп. Урона. Красный зеленого, это пожалуйста, меня супер бесит. Синий, ладно, синий нормально, меня красный бесил. Да, мне тоже красный бесит, но я потерплю. Почему? Какая разница? Да не знаю, красный кажется, как будто это комп ебаный. Ну, красный куйня, реально, по фактам. Вот ну, волкам реально можно красный дать. Я бы знал, как Витёк бы выиграл, если бы он на красный был. Реально, хер бы Витёк выиграл, если бы он не был фиолетовый. А поэтому я всегда пикаю фиолетовый. Да, бля, я не знаю, парни. Ну, вот там реально, ту катку я мог просто после того, как разъебал брак Мишани, я просто нажать End, и я был бы ебать на позитиве просто. Там был очень счастливый Витёк, там звуки такого счастливого Витька были, просто пиздец. Там реально. Бля, ебать, там плюс мораль реально произошла, тупо волк скушал базу. После этого победил вообще легчайше, там дальше не напрягался даже, просто на позитиве. Это реально смешно, но Мишаня, конечно, всю игру меня, блин, ебашил своими кушами паскудными. Не, ну честь ради ты кушал. Нет, ну честь ради, да, то есть я, понятное дело, что если бы матомата пошла на меня, там было бы еще непонятно, что будет дальше. И Никитос, конечно, меня пощадил сильно, потому что... Ребят, вы все знаете, что делать. Да, Мишань, я думаю, что ничего не поменяется. Просто Мишаня так же будет. Ребят, знаете, какая буква перед бета идет? О, Мишаня на гноме. Мишаня Яринька. Разрешаю. Пошла хуяринья Витька. Пошла хуяринька. Гноме, блин. Гноми это жестко, реально. Перепик, а? Когда ты перепикал, конечно, заебись. Блять, репикнул гноми на море. Смешно, да. Не сантиметр, да. Блин, а что-то у меня лагает, а что лагает? У меня очень лагает. У меня тоже лагает. Сейчас все раздуплится. Ну это, блядь. Ну Макс! Ну опять Макс! Реально, Макс заебал просто. Да, Макс, что ноешь? Прошу, блин, опять Витьком рядом, блять. Мишань, хорошо, давай мир. Пятая минута. Давай 4. Ладно, давай 5.50. Вот с 5.50 можно. 5.50, хорошо. Блин, а вы когда-нибудь брали троллинг на Dark Irony? Мне просто очень интересно. Что это? Надо, блин. А, не надо, нет. Там появляется Рагнарос на центре, который... Это не так уж и сильно портит катку, только Вичку портит, да, блядь, запускай. Конечно, не так уж и сильно портит катку, сука. Я помню, так что Мишаня... Расскажи, что там происходит. Короче, рассказываю. Появляется на центре катка. Ты нажми, сам увидишь, нет, Никитос, нажми просто. На 10-й минуте, да никто что не взял. Там примерно еще... на 10-й минуте появляется на карте, сука, на центре карты Рагнарос, которая просто убивает все, что там есть, накапливает огромную котлету и идет ебашить в рандомном направлении чуваку базу. Вот. И там типа Рагнарос, он какой-то гуш с подключенными статами, у него очень много хп, его очень тяжело убить, он не сильно бьет базу, зато очень сильно убивает все, что на ней есть. То есть там никто, все юниты, герои.
Стой, не барак-центр. Ой, блядь, я же сказал барак в твою сторону. А, ах ты ж Кашан. Ну я же специально сказал. Кашин, Кашин. Ну задержка, задержка. Ладно, ничего страшного, ничего страшного, я справлюсь. Сорян, да. Блин, Кашан еще демон. Ну, Кашан-то, конечно, ну, даёшь. Я знал даже, потому что я демон. Ничего страшного. Барак — это вообще оверрейтед хуйня, в принципе. Да. Ну, Мишаня, между прочим, на гноме меня выигрывал без барака. Да, ну, это надо, на самом деле, посмотреть. Это просто... Удивительная катка была, но да, ну, катка, я потерял барак на Витька, а потом его выиграл. Угу. На гноме, ёбаном. А, Урс! Ну понятно, парни, окей, хорошая игра. Бля. Ладно, Гошан, я подрубил. Блядь, сори, я строил тут барак из предположения, что ёбаный... Мы сейчас рестартим, судя по всему. Это довольно логичное предположение, но смешное. Но результат смешной у него. Почему-то опять, когда, блядь, договариваетесь пушить Витька, почему-то пушит обычно Макса, но сейчас Никитос попал под раздачу. Виновата. Я главное, если что, я очень типа на позитиве, то есть я начал с барака в центр такой, никого не трогал. Не, давайте рестартим, это что-то какое-то полное хуйня. Давай рестартим, это очень на позитиве рестарт. Блять, ладно. Ладно, я понял, Вера Твичком не будет. У нас два меха в катке были, а я взял антимеха бинку, ёб твою налево. Ну, да, я просто привык. Никитос любит бараки ставить на, друг на друга. Ну, можем сразу это сделать, чтобы потом не париться. Не, это справедливо. Ну, хорошо, Гошан, но мог бы в центр все-таки выйти. Будем честны. Да, надо выйти. Типа, если я никогда знал, не является. Ну, я больше рейджу. Это справедливый ход, я не спорю с этим. Вот. Но смешно получился. Ща, мне 8 из 8 сейчас перезайду. Да, получилась хуйня, как говорится. Получилась хуйня. Ну, на твоем месте должен был быть Яник. Я надеюсь, следующей карты не будет. Это самое, гном, а потом после репика гоблин. Ну, гном, это, кстати, смешно было. Ну, блин, после репика гном. Да, сейчас будешь на бабу. Не, лучше было бы только гном, репик, ящер. Вот ящер. Нет, филор. Не, филор пришлось бы показать. Мишане бы пришлось показывать мастер-класс по филорке без 150 голды на старт. Это я любитель, такое тело, да. Кстати, по идее, ты успевал два раза репикнуть, мне кажется, потому что у тебя же 300 голды в начале. Звучит как очень умный ход. Блять, ну это пиздец, трата 300 голды в начале на то, чтобы два раза репикнуть. Не, ну слушай, ну давай так, репикнуть гнома на какого-нибудь абстрактного нага, дринея, орка. Да, Таурина, да. Гном нормальный же, нет? Ферли, если его хоть чуть-чуть будут пушить, он отлетит нахрен. Гном, к сожалению, не подходит под тактику Мишани. То есть гном, он... Не подходит гнома, не зависит от тактики Мишани, зависит от тактики соседей. Если соседи решат, что гном что-то тут набит говном, то гном больше не будет набит говном в ближайшее время. Опустошение. Да ёпта, ну какой дарном, не, ведь он тогда бери знаешь что. За Лупуса взял, блядь, можно чисто по приколу, я уже выиграл кассу, парни, я взял за Лупуса. Я вам покажу, что такое за Лупус, это живу, да. Бери за Лупуса просто. Вы не видели, вы же не знаете, что такое за Лупус. Я знаю, что такое за Лупус, я не знаю, да. Я не знаю. Мистер Виндиктус. Да, там не просто так у чела в нике есть не корень дик. Это абсолютно заслуженно. Блин, у меня Dark Horde, это который без Рагнароса, да?
Это который накрыл. Ну тогда это не полная хуйня. Сверхнарвоз это пиздец. Просьба не сильно меня хуярить, я и так обижен жизнью Пенонус. Да не стыга, Шан, напротив тебя Витёк, как. Это меня еще больше напрягает, что напротив меня единственный человек, с которым я мог бы поддерживать баланс на линии. Я дрянее, вообще не знаю, как. Что мы, я договариваюсь снять бара. Да. Не стыга. Мишаню дважды просить не надо хуярить Витька. Можешь просто сказать, Мишаня. Мирного решения в этой катке не будет, все. Мирного решения не будет. Витёк по центру, Никитос, я по центру. Нет, это неправда. Понял. Я в центре. Понял. Я ровно на меду сижу. Вот а прям, Мишаня и Гошан где? Мишаня и Гошан. Снизу никого нет. Снизу пустая, блядь, нет. Снизу гуш заспаунится через 10 минут. Надо лучше идти. Рейд-босс. Рейд-босс, да. Блин, было бы прикольно, если бы они просто дрянею по умолчанию сделали этого Венедиктуса. Потому что обидно, что я мало того, что беру за лупу и порчу своего гуша, я еще не беру нормальную обилку и не получаю нормальную обилку. Не, погоди, Витек, есть подозрение, что, может быть, на Венедиктусе мы просто не понимаем, как правильно играть, а когда поймем, это будет имба. Бля, это смешно, бля. Подозрение забавно. Блять, Гошан! Что? Я думал, что ты нормальная раса, а ты сраный гном. Я даже не заметил. Ты не да? Да нет, не тебе, я не апнул на тебя барак, нет. Ну, блядь, а я апнул на тебя. Мирного решения не будет. Я услышал, Макс сказал какую-то хуйню, блин, значит, надо апнуть барак. Блин. Реально, Макс. Нет, да, поторопился, конечно. Мишаня тригернул, Вообще забавно, что Мишаня на раз и перепушивает Дринеев, то что демон перепушивает Дринеев еще, наверное, социально приемлемо. Я взял Орли-пуш. Точнее, не Орли-пуш, я взял усиленного первого барачного юнита, но это не Орли-пуш называется. Но они вроде против мехов, по-моему. Я тебе не скажу, против чего. Ну ты Гошану главное скажи, потому что мне-то ладно, я не мех. Гошан, я тебе тоже не скажу. Понял. Блять, ну как я обожаю дефаться столько до кубка дорогих юнитов, мое любимое время прохождения. А на древечке это получается теперь. Не все, айс. Ну, Никитос, не все тебе чупа-чупс лопать. Я там у тебя дефчу. Почему рот не в том шоколаде? Да блять, ну на древе тяжело дефаться. Вы меня почему-то оба главное перепушиваете по линии. Слабы, слабы в дефе. Никитос, план альфа, блять. Нет, по анализу. Я просто не понимаю, честно говоря, почему вы оба, блядь, меня пушите на линиях. Почему я на дренее не способен, блядь, никого из вас. Здесь ради демоны, по идее, должны быть. Демоны, ладно. А хуйня Мишанина, почему? То есть я всю голду сейчас потратил в юнитов, я в барак. И при этом меня все равно, типа, ебут. Еще и ты встал, блядь, так что тебя башня. Не достаю. Ёпка, налево. Да все, Витёк, успокойся, не дам закупать юнитов, смирись. Так же, как у раз, на которой я был в прошлый раз, типа, одна прокачка качает как раз первых трех юнитов. Это кайф, потому что я ненавижу, когда ты, по сути, тратишься на прокачку эйр-юнита, который... А я ненавижу, когда, блядь, такие юниты, и тебе приходится на них деньги тратить. Это... На юнитов тратить деньги, это вообще залупа полная. Блядь, а если б я еще на гноме был, я вот представляю, блядь, то же самое, только на гноме. Там юниты недорогие. Петёк, ты не мог быть на гноме, ты бы репикнул. Но если не пикнул, то сам дурак. Я бы стал играть на гноме, я... Репикнул только филортов, вот честно скажу, филортов репикнул. Витёк, если что, они также меня хуйнули. Так что гном страдает как должен. Ну они не хуйнули в тебя с первым барак. Я так, если б Никитос меня хуйнул бараком, тогда же, когда в тебя, я бы не просрал, типа, денег примерно на покупку юнита. Mm-hmm.
У меня ж юниты дорогие просто, блядь. И это прям вообще неприятно. Причем стил я почему-то почувствовал только тогда, когда второй барак, а до этого я не чувствую. То есть, ну, может, у тебя второй барачный юнит очень стильный. Нет, ну, слоны не хороши, но... Я все еще силу не чувствую. Ну, нет, Гаша. Нет, Гаша, у тебя ультралайт будет сила. Только с четвертого барака сила. Не-не-не, там очень важно в башнях прокачивать, ты просто... Ты почитай, короче, но там смысл в том, что ты умеешь, грубо говоря, призывать очень много юнитов. Типа у тебя там дополнительные юниты призываются. Бафать им атаку, и когда они умирают, да, они еще и урон наносят всему вокруг. Да. И это ебет барак невозможно. То есть если они просто подошли к бараку и сдохнут там, они ему снесут типа каждый юнит по КП примерно. Ну понял, да, я вижу. При максимальном улучшении. И, по-моему, это именно та абилка, которая Мишаня меня в итоге добил, когда остался двумя бараками против моих троих. Не могу подтвердить или опровергнуть, я не помню, как там. Я качал классы, как все, что пришлось. Типа... Может, это тоже было. Суицид ран делали просто, и все. Блин, я уже говорил вам, но, блин, вот прикиньте, что вы просто юнит из этой игры, и вы понимаете, что вы гарантированно умрете минут через 5 точно. Типа, вы хотели бы выйти из барака вообще? Но за тебя заплатили деньги. За тебя заплатили деньги, ты просто гарантированно умрешь до конца катки. Или ты бежишь мейн бить, например. Это как, нормально вообще? Ну мейн ты умол, да. Ты пьешь мейн. И куешь, да. Никитос, ну дай нейтралку понюхать. Но мумы. Это геймплей. Это геймплей демонов, Гашан, я. Ну что? А вот на старте. Гашан, наложение. Наложение геймплея демонов на геймплей гномов. Да, это синергия. Блин, демон еще второй баран сделал, да? Другие, на другие всегда нюхают нейтралку. Никит, ты съел второй барак на Гошу? Да, да. Да, ну конечно, конечно. Ну, Гошу... Не, я после прошлой игры... Суши сухари. После игры решил не допускать таких ошибок. Третий мне еще барак? Просто на самом деле очень трудно кидать... Не-не-не, я не ел третий. Мне очень трудно кидать скилл. Мой, поэтому я в прошлой игре вообще, типа, даже гипотетически не мог подефаться. То есть мне просто обилку лизать тяжело. Я решил так больше не ошибаться и сразу бахнуть играть без бараку на сайде. Ну, ну, ну да, да, да. Если ты сайда, можно в центр уходить, там как бы вроде все понятно. Угу. Да, у меня даже нет цели спушить, у меня есть цель, чтобы ко мне типа там не пришли и не трахнули так быстро. То есть это как бы, знаешь, Мишаня отправляет бараки, чтобы забрать нейтралочек, ты отправляешь миролюбивые бараки для того, чтобы принести демократию. Чтобы либертировать, блядь, нейтралочки. Да, да. Не забрать, а нейтралочки, в принципе, может и заберет, да, кто-нибудь другой, это не важно. Нейтралочки тут не главное. Да, любая страна, если в ней есть нефть, сразу понятно, что в ней нужно немножко принести свободу. Будет демократия. Наличие нефти благоприятно способствует появлению демократии. Как же вы заебали меня, лоба. Шутка на про США? Не знаю, по-моему, я Гошу не особо сильно проблем доставляю. Не, ну это правда. От себя я могу, типа, отдефаться. А вот от Никитоса я просто сижу, сушу сухари, реально. Меня расстраивает, что на центре не получается кикимонию устроить, потому что Витёк тоже хочет устроить кикимонию на центре. Если что, тоже третий барак поставил, но ситуация ровно такая же, как и катки, ну типа, все катки. Все
собственно, всегда. Ну, ровно так же начинаем. Абсолютно. Я там опять же накопил своих ебучих магов, я не знаю, как у тебя. Ну, конечно, она сделает барак на центр, мне кажется, тебе понадобится. Да пока нет. У меня были такие катки, что гном потерял первый барак, который гном потерял, это центральная барака, это было очень орля. И это обидно. Да не, я встретим с твоей, с моей стороны. ХЗ, там так накопились они, что я бы высказал обеспокоенность. Выразил. Да нет, нет. Я думаю, что... Короче, это не срочно точно. Эх, Висёк всё-таки начал дрянее меня перепушивать на линии. Всё-таки там вообще какие-то Почелось. Ну, у меня маги сильные. У меня магия, типа, у меня магия дать плюс 6 брони, и маги просто тупо всем дают 6 брони, а это как бы, извини меня, считай, что 3 прокачки, конечно. 3 прокачки дополнительных на броне. Ну, мне просто реально, тебе тоже, Никитос, докупать юнитов не очень выгодно. Вот, и ты понимаешь, о чем я говорю. Да, я прекрасно понимаю, я сейчас фу барак юнитов тебя вдонатил. Произошел гномий выход с базы, я нюхаю обе нейтралочки. Не обе, а ведьма все четыре. Накопил критическую массу. Критическую массу накопил. Все-таки гном был набит чем надо. Гном набили правильно. Набивочка. Наполнение. Блин, какие-то башни прокачивания полная хуйня. Я терпеть не могу, когда в прокачке в башнях, блядь, только на один юнит действуют. Они обычно очень хуёвые. Исследование завершено. А я могу бафнуть только слонов. Ну, если ты бафнуть слонов так, что слон после этого бафает всех вокруг, то это хорошо. Просто бафаю индивидуально слона. Кстати, почему-то меня перепушили, да? Ваши челы. А, Никитос взял антиэйр. Исследование завершено. Где же антиэйр, да, Никитос? Какие-то антиэйр маги, да, по-моему. Да. Блин, конечно, я не пойму, вот, типа, блядь, да, что-то надо бояться, походу, да. Ну, вроде не надо бояться. Я вот и не пойму, типа, я просто смотрю на свой барак и не понимаю, он планирует получать пиздов или не планирует. Я тоже не знаю, если честно. Но страшно слегка. Я сижу, лазеры качаю, чтобы на моей базе. Ну нет! Блядь, нет! Ну ошибка, сука! Ну это очень плохо, он еще и просто с фидит придет, потому что он там даже типа юнитов уже не осталось, он даже не прокачается. А ты герой? Может, он пойдет все-таки куда должен был? А, ты может, с центра, куда должен был все-таки? Ну, Паша, пойдет он нахуй, Толь. Конечно, с центра, вот там его толпа. Пиздец. Да, да, вы оба отправили героя на центр, и я отправил героя на центр, но есть но нюанс. Есть один нюанс, да. А ты, Гошан, согласен, что ты был очень далеко в этот момент? Я не понимаю, почему он пошел. Я не просто не пиздил. Очень странно. Вот именно, блядь, там ты, блядь, в километре уже стоял. Сколько юнитов стоит? Вот ну, кстати, у Мишани ебучие юниты, ой, ебучие герои. Блядь, ты там меня ебёшь, Никитос, отстань. Блядь, братский. Они вообще не отвлекаются на юнит, так и нет. Ладно. Они все 3-3, блядь. Мишаня двух героев на центр отправил. Нихуя себе всего 3-3. Ну ты там, конечно, чел, зажрался. 5-3. Не знаю, у меня это пиздец. 6-3 сейчас будут. Ну, блядь. Хорошо тебе, что я могу сказать.
Сколько у тебя там денег, что у тебя юниты 6-3? Ну давай подеремся, Мишан, если хочешь. Я в целом не против. Мишан Сарян, ну там, короче, два героя скоро пойдут на тебя. Да, понял. А где рейчфайр-то, блядь? Не, их же попиздить на центре, по идее. Рейчфайр там умом делает. Блин, если рейчфайр под вышечки не встанет, то он хотя бы еще поживет. А он может уже жить, по идее, да? Этого дрочка. Блин, Мишаня третьего героя решил отправить. Блин, Мишаня там что-то умом делает, я смотрю. Эскалация какая-то нетривиальная. Мишаня, ты меня так сильно хочешь спушить или что? Нет, нет, он ведь решил моего Вилена забрать. Ну что-то пошло не так. То есть почему Вилен седьмого уровня? Я что-то барак прям очень больно от тебя получил. Даже до кубка юнитов не спасали. Парни, центр горячий. Там три героя. Чекал, блядь, пусть они еще чекал. Вы что там творите? Реально на центр какой-то пиздец просто происходит. Ну чисто гипотетически можно его зафармить, попробовать. Либо получить пиздов лютых. Да, сейчас ну я вот думаю... Мишаня попробовал тремя героями забрать. Мишань, как ощущение? Тремя? Негативно. Мишаняных трех героев? Я двух уже убил, сейчас третий. Блять, страшно что-то. А как? Как так вышло? Ну они, честно ради, пошли ко мне на линию зачем-то, но... Мишаня просто жадность погубила, то есть он отправил вначале... В чём? Чел, ты все что угодно называешь жадностью. Даже когда я потратил 3000 голды, это называется типа, что я жадный. Ну, в смысле, ты потратил голду ради того, чтобы убить одного моего героя. Ну я решил, что... О, Никитос, здорово, брат, здорово. Какая встреча. Я не хочу смотреть, а почему-то... Какая... Это Тихондрус не очень удачно, да, там встал, я смотрю, просто в самый центр пришел. Развлекает. Блин, я разочарован, мне типа герой называется Файтер, и Файтер просто умирает. Ну нет, Мишанин герой стабильно идет ко мне на линию умирать. Ну справедливо. Видишь, он заходит за спину. Умом. И идет на линию. Переднеприводный герой. Вот он просто так чувствует себя более-менее окей. Он просто так-то самый сильный герой в игре, правильно? Да, ну, кроме Голдрина, да, ребят? Голдрин же не да. Ну, Голдрин вне конкурса. Что, Чугал еще жив? Ну я понял, надо было начинать с Чагала. Тогда был бы не такой позор. Да нет, мне кажется, ты первого героя достаточно сильного послал. Просто он пошел почему-то ко мне на линии. Опять Америка впереди планеты всей. Мой комедий, как всегда. Мне же хочется Чугала-то застилить, ё-моё. Чугал постоянно к Вичку идёт. Нет, как он к тебе, застилишь? Он... Да, он, да, он прям любит. Смещается к тебе. Он прям любит. Смещается к тебе. Пиздец. А, Витёк решил третьего, я, в принципе, королевского героя послать. Прокурора на центр. Я,
Прокурора на центр. Я мог бы Чукала забрать. Прокурора на центр. Он справился с моими юнитами. Нет, он все-таки умрет. Блять, что я отвлекся от брака, а там его ебут опять. Да что ж такое? Что, я не понимаю, у меня там и юниты, и герой, блять, стоит. Ну вот что, сука, еще нужно? Демоны. Чтоб барак не падал. Блин, бараку реально что-то пиздов наваливают крепко. Там опять куча всего, ну. Кстати, есть шанс, что Тихондрус заберет Марада и Велена, не знаю, прям вот какой-то такой пас. Ну, Мараду плохо. Он вообще ТКП не теряет. А уровень причем прокачал. Ебать, Никитос отправил, конечно, Тихондруса в гущу. Скиллом, скиллом. Это был гембл, но... Но реально он хотя бы уровень прокачал, в принципе, я уже... Да, Никита, если бы проиграл, потерял бы 1000 голды, а я потерял 3000 голды. Как-то у меня, типа, антиэйр юнита как-то правильно отметил, и по идее я должен хоть какое-то преимущество в центре получать за это. Не, ну все-таки ты приходил туда первым уровнем, а сейчас там большие челы, но... Это правда, да, это правда. То, что это было рискованно, я согласен. Ну просто он вообще не теряет хп, видишь, он тупо фуловый, блин. У него 10 тысяч, блядь, хп из 10 тысяч. Меня больше смущает то, что меня сейчас лагает, поэтому есть шанс, что ты меня спушишь. Если у них стоит, ты смог сделать два барака. Юнитов попризывает. Два барака. Ты два барака смог выделить, видишь, ты как-то умеешь выделять два барака. Так, блядь. Ум явно. Может, Никита пробел нажимает? Да. Пробел иногда может нажать. А, я пробел другой. Ничего не нажимаю. Дабл-клик по бараку делает, выделяет два барака, вот. Да. Возможно, ты просто фаст-кликать начинаешь? Да, да, нет, фаст-кликать я 100% начинаю, конечно. Фаст-клик — это как... Он вообще не теряет хп, блядь, да за что? Что такое герой? Ёбаный Тихондрус, блядь, хватит имба, реально. Просто чел качается в окружении двух героев 10 уровня, уже докачался, блядь, до такого же. Наша была в лаваках, когда чел, который говорит за Монороха, умер от рук Монороха. Он был. Когда он побежал на Монороха, я не помню, умер он или нет. Я думаю, судя по тому, что Монорох это глушь, он умер от Монороха. На центр, блядь, можно просто не смотреть. Да, но тут Никита... Ну, гномосу лучше реально. Учитывая, что ты гном, это даже правильная тактика. Смотреть на центр, это... У меня напрягает, что все герои будут 10 уровня, у меня первого. У меня герои 3-4. И, в принципе, да, гном, что на первом, что на 10 уровне сосуд одинаково. Да, да, вот именно. Мое дело, блядь, бешеных путь с прокачиваем, тебя понял. Что-то от Гоши стало неприятно дефаться. Или мне кажется? Ну, Гошан в лейте становится сильнее. Ну, что-то мне не нравится, что уже наступает лейт, а Dark Horse все еще остался Dark Horse. Это особенность Dark Horse, пожалуй. Они в любой момент остаются Dark Horse. Ничто не сломит их Dark Horse-ность. Блин, хорошо все-таки, что у Витька Виндиктус, блять. Да-да. Нет, правда. Хоть какая-то радость, да? Да. Да, Тихондрус. Забавно, что я Витька на 3 очка обгоняю, типа, уже очень давно. Забавно. Заслужил. Гоша, а нам что делать? Да я сижу и куриц качаю. Можешь тоже сидеть, качать курицы.
Никитос, смотри, что я сделал. Просто наслаждайся, блядь, ты, может, не видишь? Я ж не, да, ты объясни, а как. Я. Ну тогда ты не скоро увидишь ещё, Никитос, не смотри. Только не эта хуйня на центр, ну не. Я понял, что она не на центр, а на Никитоса. Да я на Никитоса, конечно, послал, может, чтобы Никитос посмотрел. Никитос да радостью. Я считаю, что он полностью логично. Безобидный. Ну так. Ну хз. Короче, Никитос, мы тебе ничего рассказывать не будем, просто сам смотри и думай, блядь, что это за хуйня. Ну не подпускай ее к барабу, так она уничтожает очень быстро. А кто это? Что там? Что? А, ну ты, понять, да, ты увидишь, что? Увидишь. Никит, когда не ты увидишь? Задерживается. Да-да-да, там челик задержки в развитии небольшой. Никит, ты можешь пока прокачать смайт? Да-да-да, ты пока, да не надо. Нет. Нет, смотри, я бы прокачал на месте Никитоса. Не надо. Нет, если совсем серьезно, то мне было стыдно тратить на это смайт, и я старался этого не делать, потому что смайт не стоит этого. Если эта хуйня идет убивать твой барак, лучше потратить на это смайт. Ну, конечно, это правда. Я думаю, что Никитос еще несколько раз ее встретит, ходя туда-сюда по нашей линии. По дороге. Это особенность этой штуки. Да. Ага, в итоге центр полностью выигран. Она да? Типа ультрамедленная, что ли? Она типа только да. Ползет? Ну, она сейчас на середине линии примерно. Какой же он ползет? Ну, у нее это не единственная особенность, не беспокойся, Никитос. Ну, кстати, если бы я послал на центр, она бы доползла, и, может, она бы посражалась с этими челами, да. Ну, она от них отлетает. Ну, это тоже правда. Так, никто, слушайте, все герои послал, можешь превентивно третий барак бахнуть. Окей. Она почти подкралась. Почти подкралась. А что она будет делать-то, объясните? Наслаждайся, Никитос, просто наслаждайся. Я был за 5 минут назад. Уж за 5 минут назад прокачался до первого уровня. На первом уровне она умрет от смайта, а дальше она, кажется, получает антисмайтабилку, если я правильно понимаю. Да, четвертый уровень. Четвертый уровень это антисмайтабилка. Но в то же время, если ты засмайтишь, ты не увидишь, что она делает, Никитос. Да, это правда. Она не такая страшная, чтобы ее прям смайтить на упреждение. Мне кажется, если ты ее засмайтишь или ты ее не засмайтишь, она сделает одно и то же. Я не буду смайтить, если она меня сейчас пушит. Это ваша вина, парни. Смайт был готов. Там прям смотрел на изготовочку. Я подтверждаю. Она стоит просто, она типа смотрит. Ну, она на... бьет Рейшфайра. Ну как бьет? Видишь, что она уже половину КП потеряла, и, по-моему, Рейшфайр ее убьет, да? Я не вижу, к сожалению. Я не могу за таким наблюдать. Меня тут гашет. А нет, все-таки нет. Все-таки она убьет Рейшфайра, да? И прокачается на уровень хотя бы, пожалуйста. Да, 4-го уровня, ебать. Что, ее больше нельзя смайтить? Не смайт, Мишаня, а мы или по пендополу свою, блядь. Yo, the next. А может на мид все-таки? Ну давай, нет, Никита, смотри, возможно она что-то сделает с твоим бараком? А, нет, она просто отбашит. Пиздец, блядь, ну охуенно. Плюс голда, Никита, поздравляю. Спасибо, братья. Спасибо. Ну вот примерно так как и работал. Я на это потратил 2750 за то, чтобы убить твоего Рейджфайра. Я не понимаю, что, почему? Почему она такая хуёвая? Что это вообще было? Мы тут на замешательстве, Никитос. Это гуш, который все, что умеет делать, это бить героев и билдинги. При этом, ну, очень медленный, и его там спокойно могут пиздить юниты какие-то, которые бьют летающие. Вот. Соответственно, не очень понятно, как его применять, потому что, если бы он не был таким медленным, его хотя бы можно было
отправлять осмысленно. А так, когда ты его отправляешь, вот. Непонятно, во что ты его отправляешь. В атаку, в деф, блядь. То есть пока, когда он идет от барака, и когда он дойдет до вражеского барака, это просто, типа, две эпохи. И забавно, что когда ты его посылаешь в БДФ, это тоже полное говно, потому что он просто уходит. Если он захочет дефать, он будет дефать, но он просто уходит. Полная хуйня, мы не поняли прикола, но я чисто по рофлу взял его, потому что это легендарно. Я победил Тихондриуса! Я победил Тихондриуса. Блядь, он убил Тихондриуса, вот сука. А все так хорошо шло. Угу. Тихондрус слишком долго жив, там будешь. Ну так-то там даже Мактарион уже 15 уровня. Он за Монороха. Он за Монороха. Это все объясняет. Он за Пупу. А Дестинг за Лупу. За Пупу будем завтра или когда, или сегодня. На днях. Блять, это хорошая, кстати, это была очень. Сука, ребят, ну стрим, ну пожалейте меня. Ну не за Лупу же мешать, будем честны. Ну не мешать, да ты за Пупу, или за Лупу? Не за Лупу, там уже до 10-го докачался по итогу. А он еще больше докачается, он скорее всего сейчас не будет умирать, а будет просто качаться. Но можете Хондруса отправить, он тебя же наверняка снова от КБшится. Ну это, конечно, факт. Я боюсь, что он не справится. Что думаешь, справится с ним или не справится? Я не знаю, но он... Ну, наверное, нет. Ну хотя хз, я не знаю. Мне кажется, я просто зафижу этим Тихондрусом. Ну, наверное, зафидишь, да, наверное. То есть, если он справился первого уровня, справился с пуловым Тихондрусом и Магнитарионом, наверное... Сейчас он доставит некоторых проблем. Я, главное, еще думал, отправить ли казака на центр. Подумал, ну зачем, если там два героя. Зачем, если снизу идет Венедиктус? Да, Венедиктус. Тут... Блять, а я мог отправить Венедиктуса на центр. Мог. Ты сейчас можешь, ты застилишь. Пощадил смертокрылья. А, ты мне что ли его уже послал? Пошли его на центр и забери смертокрылья. Блять, если я пошлю на центр, смертокрылья уже уйдет оттуда. В чем смысл? Вроде нет, но пока тут. Я считаю, что отправлять Венедиктуса надо в случайный момент времени, в случайном направлении, только тогда от него будет польза. Блять. Ну а правда, какой смысл? Это аргумент. Уже чел к тому моменту. Вот, ты отправил казака? А. Ришпайра, бля, ну не знаю, Ришпайр же мягкий. Мягкий, я подумал, что он может случайно издалека по нему раздать. Случайно не может. На самом деле мало. Ну, у Десинга очень мало хп, в смысле, ну очень мало. Ну хз, хз. Это какое-то казино. Загрится на героя. Хотя, наверное, Десинг умрет в итоге. Блин, ну сейчас его кто-то рандомно заберет, мне кажется. Меня. Не смей, ну не упреди, не смей. Ну не я. Нет, от меня. Не от меня. Я, конечно. Блин, я Ричпайр где-то туда отправил. Ричпайр умом отправил. Ричпайр реально. И так отдефать. Это у меня второй барак. Исследование завершено. Ну смотри, Гошан. Играешь с огнем. Там побитый герой со вторым бараком. Там много юнитов. Ладно. Ну как знаешь, но... Мировое сообщество не осудит тебя никто. Вот так скажу. От лица мирового сообщества. Мишаня, ты готов к Венедиктусу? Мишаня, скажи мне, да. Отправь его в ДФ. Посмотрим, как он в ДФ. Да. Ну хорошо, конечно, тогда. Просто ты прям сейчас пошлешь, будет какая-то. Если я отправлю его сейчас, это все равно будет отправка его в ДФ, так что. Все, никто, все хорошо. Ну, как хочешь, ладно. Я. Да я не буду сейчас отправлять, он, блядь, сдохнет посередине... Вот и так сдохнет посередине линии. Нейтралы. Но середины линии он не дойдет. Середина линии — это жирно сказано про мистера Уинни-Дик. Блядь, Никитос, только не казака, пожалуйста, пощады. Я, блядь, с Уинни-Дик. Пощады молодому. Витёк на коленях просит. На коленях реально прошу, блядь, дай еще пару раз его запустить, пожалуйста. На победу в катке я не могу претендовать, когда у меня гуш.
Ну, кстати, хоть раз Венедиктус выигрывал, я что-то опять забыл. Да нет, не выигрывал, блядь. Ты издеваешься, что ли? Ну, то есть это реально просто тупо ослабление древ. Убираешь душа и... И когда мне его отправляют? Ну, сейчас можно уже. Думаешь, сейчас, наверное, сейчас реально можно отправлять. Пойдет. Успеет добраться до переда барак как раз. Не успел. Блять, я тут еще не успел немножко что-то. Чагал-то отлетает, потому что его заморозили. Штука его заморозила. Да, но на четвертом уровне, видимо, он заморозил. Какой же кусок. О, казак ага. Куда-то пошел. Куда пошел казак? Блин, было бы нормально, если бы она хотя бы летающий юнит еще сносила заодно. Нифига там никто спугал, где, конечно. Исследование завершено. Ну, я Венедиктуса зафармил. Это, наверное, ну, Венедиктус, да, Венедиктус. Ну все, парни, теперь Венедиктуса не засмайтесь. Дорос, дорос. Теперь это не убивай. Мне героев качают. Ну, как могу. Теперь этот Венедиктус больше не умрет в этой катке. Блин, а где рэп-чит? Она в прошлый раз устала рэп читать. Ну, Гоша, ну почему твои жмахи бьют барах? Ну я просто не понимаю. Да ладно, они вообще ему не дамажат. Потому нет, что я призвал юнита, а я не хочу призывать юнита. Ну, юниты дорогие, я не хочу. Меня бесит, что мы опять не бьют. Ёбаный Венедиктус. Да, блядь, не трогай барак, пожалуйста. Я не удивлен, что Макс не смайтнул казака на центре. Обычно это в стиле Максонии. Ну, кстати, давай. А я по нему не попаду. Гошан дипломатической победой убил казака с центра. Ну, вообще, да, так нормально. Дает возможность отправлять душа в мешанку. Да, это ради того... Да, да, я тоже не очень понял, какая большая выгода Мишани от этого. То есть Мишани теперь смайт... Короче, Мишани остался без смайта, и по обеим соединениям у него может быть гуша. Да по обеим линиям сейчас и почти пайту. Витьку это никак не помогает, потому что Венедиктуса не смайтит. То есть это помогает ровно Гошану. Вот если Гошан сейчас обманет, то это без Мишани. И сказал эту хуйню. Дипломатическая победа. Это реально просто разговор. Ты уже навалил штаны или нет? Навалил или нет? Я навалил. Штаны уже полны? Пэнс. Я боюсь. Твою о, мать! Неистов упрям. Ну давай, хуярь, блядь, Венедиктус, хуя, блядь, башенки достают. Нет, мне дальние башенки, нет. Пощады, нет, не бей, нет, нет. А ты, блядь, пойду. Только башенки. Держись, Дик. Блин, ну Венедиктус имба, конечно. Вот каждый раз призываю, и я прям чувствую, что, бля, Мишаня, просто подхожу к базе, а тут прям говно. Не, я реально прям... накладываю сейчас штаны, я боюсь, что он что-то снесет. Блин, он уже убил героя мне. О, обоих героев убил. Давай, давай, третий герой, сюда, моего Венедиктуса, на фиг. Пошел хит Венедиктус. Ну че он поплыл к базе, алло? Твою мать! Он некрошу поплыл, некрошу. Блять! А у тебя дальние башни не достают, да? Блять, обосрал. Ну, Гошан, ты следующий, я как бы убеждаю сразу. Да ок. Или на Никитоса можешь. Никитос. Готов к Венедиктусу или нет?
Готов, Браза готов. Браза готов, тогда принимай, блядь, Бенедикту. Поплыл. Поплыл Шмехенос. Поплыл, блядь, молодой, сука. Я уже 7500 голды на эту хуйню отдал. И нихуя. Витёк, баланс дремеет как бог. Смотри, Витёк, я вообще-то в тебя трёх героев отправил в ответ на твоего Жмыхиктуса. И ещё четвёртого он сам убил. Если бы не отправил героев, было бы проще гораздо, мне кажется. Он бы просто ни за что не, не натригерился, и всё, и сдох бы спокойно. Не, выглядит он очень красиво, будем честны. Нет, возможно, у него реально появляется нечто имбовое, но вот способность, я читаю. А, блядь, я здесь не написал. Сейчас, он итем... Он следующий итем получит на 14 уровне, да? Проблема в том, что вот твои юниты не ездить будут, к сожалению. Это меня немного смущает. Если бы твои юниты реально совсем игнорировали, это было бы одно. Но маги его будут пиздить, а он не будет магов при этом пиздить. Он их просто станет, ну блядь. Не, ну станет это уже плохо, правильно? Ну, наверное, да. То есть это типа полезно, когда юнит прорывается, что... А он их, интересно, навсегда? Не, наверное, не навсегда. А, он еще жив, блядь? А какого хуя делал, блин? Да на Венедиктуса я срать хотел. Да может порылый грубый. Нихуя себе ты там, Гошан наглый. Да мне, это так грубо. Это было грубо. Это было пиздец, как грубо по отношению к Венедикту. У меня, блядь, Гуш просто не справился добить, блядь, жмыха Максовского. И в итоге сдох. Позорно. Неистов и упрям. Реально неистов. Ари запал, ари. Так, я вот сейчас, блядь, Венедиктус украдется. Блять, а танка ебут, а чё танка-то ебут там за спиной? Венедиктус, потому что мимо просто проплыл. Блять, Венедиктус, останчик. Брося, предатель. Реально, блин, в крысу. О, Йоскин Констант. Блять, он главное ещё и фризит, непонятно, что он назад пошёл? Тебе надо идти вперёд уже, дружище, а куда ты вообще тормозишь? Ну он передумал. Я думал, что он русский, блядь. Что он только вперед. Блядь, ну крадется он знатно, конечно. Вот крадовочек. Исследование Ройса завершено. Я только не могу понять, где он остановится по итогу. Он остановится у меня на базе. В четвертом слоту барака. Вот там он останавливается. Там у него конечная. Главное, что его и летающие юниты еще ездить могут. Зачем? А почему он назад идет? Что ты делаешь? А, он высаживает юнитов, я понял. Он призывает какую-то типа пачку юнитов небольшую еще дополнить. Получается десантники? Десантники, да. У меня, правда, Марат не может справиться с остатками десантников. Которые там, ну да какие американские морпехи стоят, хуярят. Американские морпехи, реально, да. Блять, опять Никитоса пофижу, ну ёшкой налево. Да свершится правосудие. Вот, блять, лучше не скажешь. Нет, лучше скажешь. Он реально знатно получает. Почему он такой хливкий, блять? Имбага. Ну, атака 200, но он там шмотки какие-то собирает, там надо почитать, он, что за еще шмотки. Раз, в нем прикол в том, да шмотки какие-то хуевые. Короче, прикол в том, что он типа, грубо говоря, если он подходит к бараку, по идее, он видит цель, не видит препятствий. Но на практике он не подходит, блядь, к бараку. И видит цель, не видит цель, и видит препятствия, да. Да. Ну вот давай посмотрим, вот сделает он что-то бараку. По идее, начнет просто его хуярить, как ты себя видишь? Я не вижу, где он даже лагает. А, ты не видишь? Ну ты его сейчас убьешь вроде. Но он, короче, тебе оставил бараку типа 3000 хп. Я понял, но я мог героя призвать, чтобы герой потанчил это дело. Ну я понимаю, но просто вот типа, видимо, в этом его смысл.
Это в целом прикольно, да, но пиздов он получает по пути слишком хорошо. Ну, я если что, мне кажется, что если бы я отдал, блядь, 3 раза куша послал, который... Ну, я бы на смайт нарвался, конечно. Ну, короче, я уверен, что если бы я послал, типа, нормального гуша 3 раза, я уже больше бы эффект получил, чем с этой хуйни, вот то, что я послал. Ой, блядь. Ну, возможно. Это мой первый засыл героя на центр, который не отлетел за 5 минут. Да ладно, у тебя первый дёспинг должен быть. Нет, первый дёспинг умер. Да, дёспинг должен быть. Его хорошо отпистили. Он убил двух героев. Он убил двух героев, прокачался очень сильно и вообще клипанул. Ему поначалу давали пизды, но он справился. Ну да, то есть его добил герой Никитоса, но он достаточно поздно к нему подошел. Ну за что? Нет! Хитрожопый тузовый тихондрус. Блядь, ну там Дёспин, конечно, реально запах шел. Дёспин еще на... Ну что? Агар. Получается Лактар, получается. Ты не Агар. Скажешь, реально Лактар, реально Агар. Как же Максони, сука, редиректит. Киберспортивно. Лом. Это вот реально умом. Вот мне теперь каким-то хуем от двух героев дефис. Каким? Так, что это за хуйня? Почему мне бьют барак? Блять, да что опять происходит? Почему он тут бьет марак? Исследование завершено. Нихуя не понимаю, но барак что-то теряет КП. Это классика. Угу. Мишаня опять проявляет. А что я должен делать, если на меня идет гуш? Блять, а ты не догадываешься, что это потому, что ты отправляешь гуша по центру? Я понимаю, тем не менее, мне нечего сделать. Смотри еще раз, мой гуш долго стоит на центре, а твой не стоит долго на центре. Твой какого-то хрена очень быстро проходит. Блять, ну то, что у меня гуш нормальный, но это пиздец, потому что я просто не понимаю, типа, в итоге ты сам себя, ты просто не отправляй гуша на центр, отправляй его на сайд-линию. Я жду. Мой Венедиктус прямо сейчас разряжен, но я вон, скоро Витёк его ждёт. Ты просто сам себя этим подставляешь, потратил 2 смайта, типа, не нахуй, по сути. А зачем он получил? Он плюс 3000 хп получил, нихуя себе, блять. Опа, страшно, кстати, страшно, блядь, почти, какой же он почти в 2 раза вырос. Но ты можешь погибаться от башки моей? Какой же он живопучный. У меня нихуя не редиректится, я вот не знаю, как редиректится с мейна. Это Мишаня надо спросить. У меня редиректится на барак почему-то. У меня тоже на барак. Мишаня редиректится на барак. Просто Мишаня взял, снес башню мне не за хуй. Блять, это опять должна была быть моя башня. Моя башня, сука, Мишаня забрал башню. Блять, как это дефицит? Крадет. Не, ну я думаю, Витёк, что главная сила твоей залупы, что её снайпер. Нет, Никитос, ты сейчас потратишь все ресурсы и отдефаешься от этой хуйни, а потом придет Венедикт. План именно такой означает. Нет?
Бля, ну Никитос, ну будет, блядь, Тихондр с хуёво дефой! Браза! Тихондр с не лучше дефой, мне оказалось. А он там типа раздупляется, да? Он раздуплился, да, и просто... Челы что-то не поняли, кого бить, и начали бить барак. И сказал, это не моя проблема, гайс. Да-да-да, типа, блядь, ну крадется же молодой. Блядь, ну как же он, сука, крадется все. Ну, я что, но бью барак? Бьет барак. Блядь, ну обидно. Ну каким-то хуем бьешь, да. Обидно, я так-то хотел, блядь, не так его уничтожить. Молодой даже не подошел. Да там какой-то урел, видимо, бил. Нет, молодой, я не знаю, кто бил. Так? Ну, там миллион юнитов причем был. Ну... Там очень много было юнитов. И два героя, я согласен. Но эта грязь, она есть в игре. Это, видимо, ничего не нужно. Да не, ну понятно, перенаправление это хорошая вещь. Я просто не могу таким заниматься по очевидным причинам. О, нифига, ты Гришанин заканчиваешь. О, нифига. Гришан нарывается на Венедиктуса по центру, да? Это я. Гришан там на гномов своих нарывается. Блядь, Лягун же третий раз из барака выходит, 10 уровня все еще. Ну, да. 10 это так-то неплохо. Ну, было да. Было бы странно, если он третий раз вышел из барака и был бы все еще первого уровня. Как обычно бывает, когда... Я своего куша выпускаю, вот он выходит первый раз первого уровня, второй раз первого уровня. И вот, возможно, на третий раз он только не первого уровня будет. Ну вот, а Бенедиктус? Бенедиктус защищен от этого, понимаешь? Реально. Баб. Ну что я должен делать? У меня герой убежал наверх. Как дефать-то? Сейчас он вернется, мы верим мне. А, забавно, у меня Гуш умер, а танку похуй вообще. Так. Ну-ка, интересно, Гришан там по ресерчу переезжает? Бля, нихуя там Гришан. Гном набит ресерч. Гном набит. Понял. Кто там, блядь, кричит? На меня. Молодец. Мишаня все-таки решил с Венедиктусом так сражаться. Ты ёбаный Глошус. Это я. Но мне понравилось, как Макс реально... А чё, казак, не отпиздим? Давайте отпиздим и получим гуша в ебальник. В смысле, в любом случае, но короче, казак бы до меня дошел, мне все равно пришлось бы его смайтнуть. О чем вы рофлите? Да не дошел, мне кажется. Конечно, дошел. Я. Зарак на центре. Ну хорошо, короче, там было видно, что он скоро дойдет. Я могу. Блять, у меня, по-моему, не вернется, кстати, мой чел к тому моменту, как. Блять, у нас не будет дуэлитеса. Вайс Глупендрич, что-то да, что-то хорошо на моей линии. Блять, Глупендрич, сдохнешь. Барака нет. Я даже смайтить его не могу. Блин, было бы умом смайтить своего гуша, чтобы отправить деф против Мишани. Мишаниного гуша. Там есть шанс умереть об мейн, потому что казак ко мне идет развлекаться. Ну, блять, ну ведь он мне придет смайт на этого чела. Ну, обидно, конечно. Мишань, я честно не хотел. Я, блять, оторвал от самого сердца этот ебаный смайт. Я все понимаю. Трахни Гришана, главное, ебаного. Я ему башенку сломал специально для тебя, Витёк. Все остальное ты. Я ему сломал башенку. Значит, чтобы у тебя был билдинг рейт 23, а не 24. Дальше все на тебе. В лейте реально очень. Гном полная хуйня. Ну, это правда. Но не в лейте. Единственное, что Гришана голды не очень много, да. Но при этом ресерч почему-то у тебя очень сильный, да? Как я бы вызвал героев, когда бы
развлекались с этой хуйней. Блин, возможно, Венедиктус все-таки пойдет. Нет, они просто боятся. Они боятся. Да пошли ты на центр, шмыха! Ну трахни ты Гошуса. Потому что он летает. Это животный страх перед Венедиктусом. Ты видел, да, что они тебе разные? Я видел, да. Но это я думаю, что реально просто животный страх. Я их понимаю. Погнали, блядь. Главное, чтобы стука не обмейн. Вот очень плохой животный страх, потому что, блядь, из-за этого мне пришлось Гуша не по центру разряжать, как хотел Витька. Блядь. Кашан, жди, твой гуш по центру нужен для Венедиктуса, не будет на базе. Ну я не смогу просто начать дефиться от них. Прости, бабушка. Это меня устраивает. Так можно спокойно гуша по центру отправлять, Кашан. Это правда, на самом деле. То есть Никитос довел своих героев до приемлемого уровня, кажется, да? Ага. Ну, то есть там Рейчпайр подыхает. Вот, одного Тихондруса я как-нибудь на базе уже это имею. Бля, ну Венедиктус так-то... Плюс 25% курс спит! Ебать! Ебать! Пошла жара! Ну-ка, ну-ка. Нихуя себе, блядь! Какой же он быстрый лучей. Просто жмёт. Блядь, как же он реально летит, блядь. Я не знал, что он на каком он это уровне получил, на 20? Блядь, на 20 уровне он имбой, оказывается, становится. Вот я же говорил, что чел просто на каком-то уровне станет имбой, и все. Чувствовал. Не знал. Причем чувствовал. Я знал. Я не верил, что они могут дать полную. Я не верил, что они могут дать полную хуйню, поэтому я знал, что так. У Гошана жалкий гуш 10 уровня, а у меня, блядь, огромная Венедикция на 21-го. Ну, бля, по дерьмовости Шпицпатрик может сравниться с Венедиктусом. Не понял, блядь, о какой дерьмовости вообще речь. О, блядь. В смысле, по силе. Этот хуес осмыслил. Блядь, коза. Меня обманул Тихондрус. Я подумал, что он сдох. Папнул барак на центр, а он, сука, тут. А он... О, Венедиктус разлился, видимо, да? Да. Это не то, что так-то барак меня приватизирует, сказать. Демократизирует. Произойдет демократизация правого барака. Это было бы хорошо. Демократизировать барак было бы здорово. Бля, сейчас мой барак тоже демократизируется. Произошла демократизация? Там реально демократия. Потому что придет Венедиктус, Кашан. Этого же, конечно, да. Там полный рот демократии у меня, погоди, мне не до Венедиктусов. Блять, это вообще ошибка, стратегическая ошибка, парни, запомните. Кашан ошибся, потому что он забыл про Венедиктуса. Блять, мы с Никитой просто друг друга убили. Я недооценил. Пиздец. Витёк рофлил. Кашан подумал, не, ну Венедиктус не проблема. Да. В конце кажется, а на самом деле была проблема, получается. Ну так он 21 уровня. О, это имба. Он так же Гошан. И он и движется уже быстрее, и как бы урон наносит. Тут основная проблема, что имба. Мне больше напрягает, что он движется ко мне, а не то, что он движется быстрее. Это особенность. Гошан, добро пожаловать в мою шкуру. Я уже двух Венедиктусов повстречал. Хотя нет, я этого не успел еще повстречать. Я умер до того, как он прилетел. Сел. Всего лишь... А, то есть всего одного ты повстречал Венедиктуса. Видимо, да. Или двух. Одного или двух? Блин, ну, видимо, так надо делать. Просто. Обидно, конечно. Да, блядь. Ну, сори. Командор не может. По-моему, если что, без рофлов, по-моему, он получил все смайты, типа Мишаня смайтал его дважды. Гошу смайтал его. Да, он же смайтнул его. Да, я смайтнул, да, казачка. Гошу смайтнул его, и Витек смайтнул его. Не, ну просто лорд командор смайтнул. Мне просто выгодно, чтобы Шпицпатрик пока жил на центре, поэтому я его смайтнул. То есть мне в целом хорошо, что Шпицпатрик ничем не занят.
А вот казак мне под боком не очень нужен. Душа. Нет, возможно, это реально ошибка, и меня сейчас Шпицпатрик даст пизды и научит правилам поведения со Шпицпатриками. Ну, я в него вообще не верю, если честно. Он сейчас еще без юнитов к тебе пойдет. Стой, блядь, дурак. Как же он летает? Какой же он? Как он чувствует? Имба. На, такое ощущение, что с Шизом Патриком мы разберемся. Ну или он разберется со мной до того, как... Витёк, я придумал, как еще усилить трение. Короче, когда барак достигает 10% хп, он взлетает и превращается в Виндиктуса. Бля, ну это совсем имба. Он так-то, типа, достаточно долго живет и медленно ползет, и это же преимущество барака. А, ну встающий барак тоже так делает, по сути, да? Он же ну да, он медленно. Барак тоже так делает. Да. В принципе, это практически ровно то, что и происходит, мне кажется. Мишаня описал просто обилку эльфов таким завуалированным образом. Обилку ящеров. А, кстати, нет. Да, чей, нет, дарк, даже у Dark Horde моего были стоящие бараки, я уже понимаю, что надо было взять. И не, основной минус стоящего барака в том, что он плохо бьет по баракам, а Венедиктус, наоборот, отлично бьет по баракам, так что это имба. Ты прикинь, отправить Венедиктуса просто на старте игры, просто он тебе сказать, чем он умный, сука. Если ты меня пушишь... Оно обучается. Витёк, мне показать камеру на Виндиктуса или на твой барак верхний? На Виндиктуса, конечно, очевидно. Ну я показываю, но может подписчики хотят посмотреть, что там у тебя на центре. Там что-то интересное, короче, есть или нет? Или блядь, там просто шписпад? Иди нахуй, Шиз, блядь, иди нахуй, Шиз, ёбаный. А, да Шиз, блядь. Он начал бить барак, да. Он хуярит мне барак, Шиз. Да там у тебя убежала Ирель, потому что профу. Блять, а чё? У меня просто Виндиктус... Ирель прошла мимо Шиза? Да. Понимаю. Так, Виндиктус умер, призывай его сразу из центра. Ну почти умер, ща у него осталось там 1400 хп. Ничего не добьет Сикка? А кто не понимает, почему Шиз Патрик убегает назад? Почему типа его отталкивает? Потому что его отталкивает от какой-то мой... Да, Дринея умеет толкаться. Витёк, где следующий, да. Где следующий просто... Виндиктус? Бля, по центру, Феликс, ну давай. Давай, Виндиктус по центру. Километр, это же охуенно. Погнали. Погнали. Витёк, я просто, камера просто показывает Виндиктуса постоянно и все. Просто, как это, стабилизация на Виндиктусе. Да, стабилизация, она ровно так, да, как да, ты типа говоришь, так и есть. Полный Виндиктус. Реально, достаточно для буквы-то просто. Достаточно для Виндиктуса. Блять, крадюк. Так, ну он... интересно, он преодолел 14% пути до Гоши. Это он еще с увеличенной скоростью несет. Напоминаю. Плюс 25%, плюс 3000 хп, плюс 6 армора и блокирует спылы. Да им. Причем он блокирует спылы со второго уровня, а не с четвертого. То есть это совсем не имба. Не знаю, Никитов вообще не заблокировал вот эту хуйню по центру. Да, просто на юнитах. Зачем бы я ее там заблокировал? Я понимаю. Юнитами, но есть нюанс. А, у тебя гуж же под стенкой. А-а-а. Запал горит. Так, тут у нас вот этот. Блин, я снял плов с Виндиктуса. А, все равно барак теряет. Он его тупо отталкивает. И барак хуярьте барак, парни, пока оттолкнули хуйню, давай. А там призывалась волна неудачно. Блядь, давайте не оттолкнули реально. Это не волна, это экстренная, блядь, контрольная закупка. Ну все, тут едет подкрепление. По центру едет подкрепление. Там есть нюанс, что из-за того, что она наотталкивала, есть хорошая вероятность, что этот ебаный говноед пойдет налево к Максу. Не, а, да, реально.
Ну теперь серьезно. Это, как сказать, был. Это была не серьезная угроза, Кашан. Настоящая угроза прямо сейчас. Ну вот тут нюанс, потому что мне нечем его доехать. Ну сейчас тебе герой вернется, скорее всего, слева. Возможно, это придет позже, чем мне бы хотелось. Витек, а ты-то сможешь отдефаться слева? Не знаю, но у меня два героя тут есть. Я просто не знаю, я еще ни разу не дефался всерьез от Кашана. Я не знаю, насколько Кашан ебучий. Но он меня убил. Это ни о чем мне не говорит. Я сейчас офну. Ну нет, даже ни о чем не говорит. Че, это же тупо, ты пошлёшь двух героев, они потом убьются об Шпицпатрика, а как ты Шпицпатрик потом будешь дефать? Чего, мне без героев надо было дефаться, да? Ну я понимаю, что у тебя нет выбора, но тем не менее, получается, Гоша выиграл. Да нихуя не получается. Да не, Венедиктус, Венедиктус сейчас бы шуна просто уничтожил. Блядь, там что вообще на базе происходит? Вы мне объясните, парни, я вообще не понимаю. Ну, блядь, за Донбасс опять творит. Там Венедиктус сейчас будет переживать на другой базе. Блять, она во всех бараках КД. Сука! Он призвался, когда был заморожен, блять. Че? Он все пошла жара. Что он делает? А. Занимается уничтожением чего-то. Я не понимаю, чего. Он, по-моему, за башенкой, что ли, пошел? Барак вроде не падает. Он хюнит обует, кстати. Это хуйня, если он так легко типа на героя триггерится. Он разобрал башенку, да, дальше пошел воевать с героями. Он слишком легко на героя триггерится, да. Он слишком легко отлетает, я бы сказал. Это другой нюанс. Не, ну отлетает он слишком легко, потому что там дохуя армии все. Типа... крадется. Так, он прокачался за этот поход на два уровня, если что. Смотрим дальше. Это потому что он слишком... Нет, Мишель, ну потому что он слишком high level. Прикинь, он был бы 28-го, тогда он бы прокачался на 0 уровней. Мне интересно, Шиспатрик будет с ним? О, Шиспатрик стреляется с ним. Ну-ка, ну-ка, дай ему штей. Не, ну слушай, Шиспатрик побитый и без юнитов. Пока это ладно, да. Должен быть Венедиктус силен хоть против кого-то. Блять, еще и казак. Или нет? Да хуй знает, куда он пойдет там. Сверху тоже гости. Ну, что-то не знаю. Блин, жесть, ребята, у вас долгая катка. Я умер на 58-59 минуте. Блин, он все равно на меня реально пойдет, бля. Она же очень долго была равной, на самом деле. Типа, чем более балансная катка, тем она дольше, очевидно, потому что надо выйти и разбираться. Ну ладно, Венедиктус давай попробуем. Разбирается. Венедиктус разбирает. Не, ну казак пойдет, но он пойдет без юнитов. Это совсем свадьба. Ну, блядь, ну если бы он пошел к Гошану, было бы чуть-чуть приятнее. Ну это очевидно. Че, все-таки антивитек стратегия получилась? Нет, перенаправился, смотри. Этого мало, чтобы задефать центральный барак, мне кажется. Ну, посмотрим. Там Шиспатрик подбегает. Да ну, мы Шиспатрик уйдем. Блядские твои фрезы. Так, главное, что казак пришел. Блять, казак еще. Ну казак вообще. Может, вот он на этого, на гуша перенаправится? А-а-а, да. Не, кстати, он пошел вроде на гуша. Давай на гуша, на гуша. Они вообще любят гуша, гуша, гуша на гуша. Да, да, да. Подпинали, сука. А, все, Марат вступился за гуша моего. Я даже кажется, рофл, что челики просто отпихиваются. Нихуя не понимаю, что происходит, но очень, нет? Ну, казак дерется со Шпицпатриком и больше ни с кем. А, нет, ну... Короче, да. Ну, они, по-моему, ну, это правда, да.
Ну блин, ну вот тут, конечно, Витьку повезло, что души сцепились. Но это... Нет, это Витёк умом сделал. Не знаю, нет, души очень часто сцепляются друг с другом. Слушай, когда тебе с двух сторон идут души, обычно это твои проблемы, а не проблемы гушей. А тут получилось, что это проблема гушей. Нет, нет. Гуши, ну, по крайней мере, на базе у компов постоянно наши гуши сцепляют. Нет, тут еще есть момент. Если гуши прошли с противоположных сторон, тогда тяжело дефать. Если они пришли с соседних линий, то легче горы. Я сейчас Патрик застанил и решил разобраться. Почему у меня герои просто решили съебаться из этого мракобестия? Потому что не застанешь ты с Патрика, он не представлял угрозы и не убежали. Блять, Марат выжил, а Тихондрус решил практически... Да. Тихондрус. Так, ладно, мы давно не смотрели на Виндиктуса. Он тем временем преодолел половину линии. А, Тихондрус просто умер по линии, идя? Блять, у меня Марат просто умер, пока шел по линии. Хороший герой. А Тихондрус? Ты сказал, что Тихондрус умер. Тихондрус, ладно, Тихондрус просто. Ты сказал, что Тихондрус умер по линии. Но я... Он слева или справа умер? Он на Марат пошел направо и умер. Нет, а Тихондрюс умер слева или справа? Тихондрюс на базе у меня умер. Слева или справа от Мейна? Блять, я не знаю. А ты точно не путаешь лево и право? Так, ладно, парни, я домашку делать, давайте. Да Никитос, нет! Ой-о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 й-
запал, гори! Ну что-то запал реально, горел нормально. Чел, а ты еще даже до Вентикнуса не дождался. Да. А можно объяснений, блядь? Не, это пиздец, Гошан, они просто... Они даже барак со всех сторон обступили. Да, я знаю. Я поэтому и призвал ровно в этот тайминг. Они боятся меня, почему-то. А еще Амедиктус все еще не дошел. Как-то мне дефать это как надо теперь справа. Да какое дефать, блять, у меня что происходит? Я не знаю, но при юнитов уже наплодил нормально. Да я в рот ебал этих плодить юнитов. Я не должен был их плодить. Нет, это правда. Я призвал для двух говноедов. Это правда, что говноеды должны быть остаться. Тем не менее... Итак, на арену вступает... Мистер Вендиктус! Мне нравится, блядь, там один герой. Курин. А мне... Нет, там два вроде героя. Или один. Один? А, нет, должно быть два. Значит, мне казалось, что два. Но они в фафризе стоят. Значит, вас надо как-то дефать от тебя. Типа, ты же еще и два раза ко мне подойдешь. С одной стороны и с другой. Нет, Вендиктус не даст подойти с этой стороны. А, да. Ты по центру ты имеешь в виду? Я с центром. Так, ну пока мой танк чувствует себя один порядок лучше, чем Вендиктус. Учись, Гошан. Вон, я опять его отпихиваю. Гном, гном напихан говном. Реально напихал. Герой. Так, Вендиктус. А, нет, блять, за что? Да не бей, блять, сука. Ну просто барак упал. Пиздец. Да там юниты все умерли. Ну ладно, Гошан, я думаю, что это справедливо, типа 1-1. Да подожди, там Вендиктус достиг. Да не. Да че Вендиктус? Блять. Что-то я вообще. А че он упал реально? У меня три героя рядом стоят, его пихаю. Пиздец. Я в любой момент вообще мог его ультануть. Пойдёт его налево. Но не ультанул же. Да не, ну не знаю, ну обидно просто, что барак вот так тупо умирает. То есть я как-то к перенаправлениям рандомным уже привык, а вот к тому, что барак просто умирает, пока не привык еще. Может, реально, вот что происходит, что барак просто умирает. Придавай Вендиктуса быстро. Да, красава. В ДФ. В ДФ, Вендиктус, в ДФ. Типа три героя рядом фуловые стоят, ну не знаю. Мэн, ведь как это я так же тебе спушил барак, ты что тут горел жестко, а когда Гоша, то просто грустненько стало чуть-чуть. М? Двойные стандарты, говорю.
Чего еще раз? Когда я тебе так спушил барак, ты сгорел жестко. Когда Гоша так спушил барак, тебе просто да чуть-чуть грустненько. Да я потому грустненько. Что на позитиве в целом, это как, чувак, я не понимаю, блядь, как можно всерьез воспринимать катку, где я взял ебаного Венедиктуса, блядь. Ну то есть, камон, я считаю, что я... Ну честно, но... я понимаю, что ты хочешь отстоять честь Венедиктуса, и это справедливо. Ну просто обидно, я реально был готов к этому всему, то есть тут типа... У меня просто барак очень быстро закончился. Я еще ульту просрал, по сути, просто так. Она не была нужна туда уже. Почему-то юниты обладают каким-то интересным свойством просто хуярить барак, игнорируя все остальное. То есть, если бы у Гошана не перенаправляются герои, а у меня вот, вот так происходит. Типа. Ну, игра рандомная, ничего не поделаешь. За две катки. Ну, ну видимо, ничего не поделаешь. Все. Я вообще не уверен, что я тут что-то выигрываю, парни. Так, Ленин, Гаша, ночь, я не понимаю, что... По правой линии идет три героя. Но... Как от них... Ну, а как мне от твоей левой линии дефаться? Как ты думаешь, кто дойдет раньше, блядь? Венедиктус по центру, три героя по пустой линии справа или, блядь, Шиспатрик слева? Ну, кстати, вообще три героя справа могут дойти раньше. Но они... Но они не сдохнут к этому моменту. Если что, я в тот момент, когда у меня умер правый барак, там все три героя были в КД, то есть я их все отправил с центрального. То есть я вообще не выиграл ни разу в КД. Ну это полная жопа, ну, то есть, значит. Надежда только на Венедиктуса по центру. Это не то, на что надо возлагать. Это не то, что надо возлагать надежды. Я прям камеру приблизил на него, прям все. Смотрим на Венедиктуса. То есть, возможно, я как-то смогу переагрить Гуша на бараке, конечно, справа, но что-то у меня уже один раз не получилось так делать. Я почему-то плохо верю, что второй раз получится. Барак, а бараке, барак Гуша, кстати, тебе понравилось играть эту катку или тебя снова разрушили? Меня? Мне понравилось? Бараку. Да, барак. Барак, как ты, как твое настроение? Хорошо. Тебя еще не разрушили? Бараку вообще заебись. Барак наш братюня. Так, Венедиктус пока еще фуловый почти. Но и пока он еще ничего не сделал. А, нет, он сипка жмыха плага бьет. Блин, Витьку просто без ничего надо дефать левый, это, конечно, нереально. Да. Нет, возможно, они, конечно, перенаправятся каким-то хуем, но что-то они один раз уже не перенаправились. В идеале обмейн как-то их задефать, но... ХЗ. Да, я выиграл катку, когда я обмейн задефал. То есть тут сейчас просто сильно зависит от того, насколько я успешно перенаправлю все говно. Ну, сейчас надо просто, чтобы Спелдрик как можно быстрее фигачил. И никуда не отвлекался. Там? Ну сейчас еще одна лотерея ебаная! Да пиздец! Ну вообще забавно, да. Сейчас ну, ты играешь Патрик справа в КД или чего? Да. А, в КД, потому что его на меня посылал, да. Ну где в КД, скорее всего. Ну это просто пиздец, и герои уходят. Уходят домой. Витёк, когда та редкая катка, где я за тебя болел, а не наоборот. Почти побеждали. Ты, кстати, конечно, кризис, но Гоша справился изменить мои приоритеты. Ну, наверное, то, что я спушил центральный барак, в итоге будет опаснее для Гошана, чем... Сейчас еще твои герои могут не умереть. Ты хер его знает. Ну, кстати, да. Вилен не умер, да. Ровно то, что они сделали. Блин, давай призови быстренько еще одна... О, красава. А то мне не на что камеру там наводить. Там один Вилен остался, кто там еще? Блять, они что с тем биты? А, тебе нечем дефать. Мне совсем нечем дефать, да. Блин, ну исход в итоге забавный, то есть, типа, ну... чисто потому что я смог мейном задефать. Первая победа Венедиктуса. Всю игру юниты уходят нахуй. У тебя не юниты, у тебя герои ходят нахуй. И юниты тоже не очень. Блин, Витёк, это на самом деле впечатляет, что Венедиктус даже на 28 уровне все еще полнейшая хуйня. Это просто... Реально впечатляет.
Типа ради чего он докачался, я не понимаю. Мне интересно, сколько раз, я кажется, я его раз 10 призвал за эти, типа, 32 призыва героя, потому что я просто постоянно хуярил Венедикт. Ну все. Я не знаю, что еще я мог тут сделать. Ну не, у гномов есть потенциал выигрывать катки, но Виндиктус зарешал. А нет, нет, гномы... Ну еще раз, если бы хоть один... Это фулл рискач был, да? Ну, либо фулл, либо около фулл. Там такие остались мелочи, что уже не важно. Ну, то да, есть, очевидно, да. Если бы у меня юниты ходили куда надо, проблем бы не было. Ну, это правда, да. Герой. Обе катки оказались с привкусом того самого. По итогу. Да, да, да. Типа, вот что они съебались оба? Там пиздили барах, там мейн чуть ли не пиздили. Оба раза развязочка была такая. Да, ну то там есть. Произошло. Ну, не знаю, да. Ну, слушай, на самом деле, вот... Наверное, я думаю, что в этой катке ты должен был меня разъебывать, если бы все было правильно. Ладно, ну, пацаны, это все круто, это... давайте лучше померимся, у кого наименьший не нулевой билдинг рейст. Я умом развалил Гоши башенку. Опять застилил башню. Ну, кстати, у тебя даже не близко сейчас 24, у тебя 16. Значит, что Гоша забрал Никитос полностью. Нормально, как бы я... Гоша и меня Никитосом пилил хорошо, да. Эй, Витя, немножко пилил. Ну, а ведь чуть-чуть Витька. Ну, Витька, я не верю, что Витек свои здания не забил Дин Крейстил, а вот то, что он... Кстати, забавно, что я, возможно, реально... Хотя сложно сказать, то есть, видишь, я почему мог Венедиктуса по КД призывать? Потому что он медленная залупа, и потому что у него КД быстрее откатывается. Его никто не смайтит, если что. Ну, я тоже вроде не часто смайтил твоего чела, мне кажется, вообще ни разу его не смайтил. А ну я один раз смайтил, тогда бессмысленно вроде уже было смайтить. Да-да, когда он барахтинов. Да, ну там типа смайт на самом деле бесполезный был, такой инстинктивный. Не, может мне в лейте нужно было что-то по-другому рассказать, возможно мне не нужно было гуша налево отправлять. А вот ты на кучку отправил, да? Нет, я отправил его против Венедиктуса. Но возможно я мог справиться с Венедиктусом героем. Или одним героем. Оказалось, я вообще думал, что там Венедиктус умрет от того, что было на линии. Нет, нет, от или линии... Или нет, он разобрал героев, типа, да? Не, по линии он спокойно себя чувствует, для него не проблема, ну, на высоком уровне. Ну ладно. Вот. Ну, короче, видимо, самая большая проблема прокачать Венедиктуса на первые несколько уровней. Потому что нет, это, видимо, реально встреча с героем, причем не на линии, потому что на линии он умрет, типа под бараком как-нибудь встреча с героем. Нет, ну Венедиктус все еще хуёвый гуш, тут спорить не о чем. Даже прокачивать. Я считаю, что Венедиктус лучше, что было в этой карте, поэтому я с тобой, Гоша, не согласен. Нет, это не мешает ему быть хуёвым. Хорошо, гуш, это отличный гуш. Венедиктус — это талисман. Это замечательный гуш. Да. Не, ну все-таки да, дринеи остаются дринеями. Не знаю, мне не нравится прокачка дринеев в башенках, то есть типа у гномов мне прокачка гораздо больше нравится, чем дринеи. Ну, гномов прокачка интересная, действительно, важные элементы выкачал. Я там, я, по-моему, не особо качал миссил танки, просто потому что уже не успевал в конце. Вот. Да, у меня не было миллионы денег, потому что у меня прям, типа, было 13 тысяч примерно лишних. Я просто... Ну, они, вот это ровно все 15 тысяч, на которые у тебя больше. Ну, у меня-то full research при этом. Ну вот, а у меня, ну да. У меня research, причем full research был очень давно. То есть я типа минут 15, наверное, последних сидел с full research. Нет, я не успевал уже research, потому что мне нужны были деньги на отправки кучи героев. Но я все бабки сделал. То есть там, честно, осталась хуйня. То есть все вот этих ботов, смерти по АОЕ этим ботам, все прокачано было. Угу. Там недокачан был, по-моему, третий баунс лазера. Накидка минус армора от магов и... Ну ладно, я понял, если деньги были проблемой, то, наверное... Да, ну, короче, было бы не оптимально, но не стоит как герой, а я постоянно должен призывать героя. У меня были моменты, когда у меня там по 30 голды оставалось. Вот. Ну, нет, я все еще считаю, что зарешал
то, что мои юниты идут нахуй, герои, в смысле. То есть без этого можно было бы точно как минимум побороться, а мы могли, скорее всего, и выиграть. То есть если бы я остался со своими бараками и мейном, вроде как все было бы ок. Ну там, ну видишь, типа, я тоже, по идее, не должен был терять правый барак. Там, ну, тебя, да, я ебал сегодня Варик такой хуйней, что у тебя герои не перенаправлялись. Меня ебал Варик тем, что у меня просто барак, блядь. Причем ровно правый, блядь, барак падал от того, что его просто фокусили. То Мишанин. Ну, да. А короче, Варик был хуйнёвый, потому что рядом всегда Максончик спавнился. Чего? Ну, у тебя всегда рядом я был. Там перемена настроения произошла весьма заметная по стриму. Я думаю, что легко понять, когда Варик перестал быть хуёвым, и Варик стал на плюс морали и с позитивом. Ой, так, но мне наоборот, знаю, кстати, я приуныл чутка. Там, если чекнуть, как бы, я, мне кажется, вообще ни разу не хотел до этого момента. То есть, да блин, ну волк, да, ну честно, давай, Витёк, ну честно, ну волк же просто несправедливая раса, ну вот, Витёк, ну правда. Я не знаю, чел, я, блядь, ну, ёбаный раз, волк разъебал тебя нахуй полностью с твоим солом, блядь. Ну реально, ну где минусы волка, ну в чем минусы, так, волка? Съел, ну, Гуш, съел бы говном просто, вместе с какахами съел бы его соло и не заметил. Ну, Гуш, ну, может, ульта не самая лучшая, ну, блядь, ну, волки, ну, просто ебейшие. Почему я на Скарлете с барака не вылезаю, ну, с базы? Ну, что ж такое, ебаный Скарлет. Я на волках потерял три башни. Это то, что на тебя напали. Ну, блядь, такой рандом. Сука. Подойдут там одновременно, не подойдут. В какой-то момент там, как бы, ну, на самом деле, то, что ты взял в той катке антигеройскую билку, тоже сильно меня ректило. То есть я не мог тебя пушить, и поэтому я терпел. А так как я терпел не только от тебя, то у меня как бы терпежечка была ограниченная. Ну, то есть я на самом деле реально выиграл катку только потому, что я отправил на центр Гуша, и он реально докачался до супер большого уровня. Ёбаный сол. Ну, еще потому, что я ошибся, тоже выиграл. Ну или похуй на Макс. Да. Этот сол, а я не знаю, что ты его отправил. Ты типа думал, что ты меня уже доедаешь в этот момент или что? Ну я думал, в смысле, просто зачем не послать соло сейчас, если КД потом не реализуется. Ну, возможно, я тебе потом после соло героя еще послал, потому что думал, что вдвоем с героем сол-то точно справится. Оказалось, что какой бы волк ни был хуйней. Это просто чисто десертик волк. Ну, я. Десерти. Вот обидно, что катка из-за микромоментов иногда, типа из одной неверной кнопочки может полностью проиграться и все. Ну, в основном катки так и проигрываются. Да, я понимаю, почему с этого жопа сильно сгорает. Ну, то есть, мне кажется. Ну, то есть, а какая катка не проигрывается с одной неверной кнопочкой? Да можно сказать, что любая игра, в принципе, так проигрывается. Шахматы может проиграть от одного неверного хода. Что? Нет, я просто игры. К тому, что, в смысле, конкретно варики бывают катки бесшансовые, когда там, не знаю, дриней всех ебется там по старту, там волки ебут, на нагах, когда ты трахнул, просто вообще без шансов. Там, понятное дело, проблема не в кнопке. На филорка, когда выиграл. Вот, ну, короче, в основном, мне кажется, все катки, которые доходят до такого глубокого лейта, они как раз проигрываются из-за какого-то одного микромомента. Даже, ну, возможно, не довезёт. Блин, как... Помнишь ту самую Лигу Пятку, когда... И ты ещё 26 варик, да, и когда ты удалил его. Да, я помню. Пусто было. Было пусто. Но ты, на самом деле, повторил примерно такую же хуйню в этой катке. Не так, конечно, эффектно, как, блядь, тогда. Но не, по-моему, сейчас было очень красиво то, что сол. Я супер думал, что сол уйдет на центр, и я буду сейчас думать, что делать. Я, по-моему, уже даже успел порадоваться этому событию. Я успел сгореть. Но сол такой сюда. Позвонили солу. Сол позвонили. Да, ему пупа позвонила, сказала: ну-ка, вниз, новичка. И все. Пришел звонок, от которого нельзя отказаться. Неприятненько, да. Это немножко... Блин, что-то хотел пол первого лечь, уже 3.30. Ну, твою мать. Можно
время перевести на летнее, а потом еще раз на летнее. Дважды, да? Или там, наоборот. Да, 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 еще в Лондон улететь, там 0.30. Или в Лондон, быстренько туда-сюда. Можно вообще к Никитосу, тогда вообще уже вечерок просто такой. Ну, парни, с позором. Ну, это супер позор. Заканчиваем свой день с позорного. Блять, а че Никитос-то ни разу не выиграл? Да и я ни разу не выиграл почему-то. Чего ты ни разу не... Чего? Да, ты ни разу... А-а-а. Блядь, 1-2, 0-0. Все, один. Подожди, а первую катку, которую мы играли вдвоем, выиграл тоже я, да? По-моему, да. Которую мы без Лишина, без тебя сыграли. Мы ее разве не охнули сходу? Нет, по-моему, ты пришел на вторую нашу катку или нет? По-моему, я пришел как раз, и ты еще сказал, что вот мы только начали, давай рестартим. Нет? А, может быть, и мы не играли, да. Да, сейчас, получается. А в той катке что происходило? Сейчас, мы три катки, мы сыграли типа три катки, из них да. Одна очень короткая была, да? Почему? А, мы три катки. Не, была одна катка, которая 40 минут продлилась. А да. Что в первой катке произошло, я уже не помню. Я, по-моему, был на Фландах. А, и Макс выиграл. А Макс выиграл? Чего? Когда ты был на пандах? Это ведь он был на волке. А, да. Так, а в первой катке? Сложно, блядь. Я был на Даркхарде. Я помню, я еще выбирал апьюнит. Да, точно. Подожди, у меня же с первой катки жопа сгорела как раз. Я был... Да, я был справа, ты был снизу, видимо. Сверху был компас. Да, Мишаня был справа, да, все. На роге. Нет, я был на филорках. Это были филорки? Это был мастер-класс на филорках. Вот, если что-то не останется с этого стрима, пускай все запомнят, что сегодня был показан мастер-класс на филорках ультимативный. А, подожди, там реально Макс? А, да, реально Макс на филорках выиграл. А Макс сейчас филорки уже имба. И Иван на филорках выигрывал, и Макс на филорках выиграл. Один Витёк выигрывал. Да, ну как бы мы доказали, что филорки... Если серьезно, Витёк выиграл на филорках. Да? Был же стримчик. Да. На стриме есть. Конечно, вот ты можешь просто взять и сделать табличку, где кто выиграл со статистикой. Мне просто интересно, какой процент у Витька винрейт. Где делать? Нехуй. Ну реально, вот у вас на работе там какой-нибудь скучный митинг, какая-нибудь там хуйня, ты такой, ну, похуй, и включаешь там стримчики. От Макса, Максона. Чисто просто в, просто в конец сразу, на конкретную минуту, и все. Ну там нужно, блядь, если бы были тайм-коды, было бы проще, типа... Ну можешь сделать тайм-коды. Ну это про... Не-не-не-не-не, это нахуй тайм-коды. Еще раз, там просто катка длится там 40 минут. Ты можешь прыгать каждый раз со 40 минут вперед, и если видишь, что что-то поменялось, то это новая катка, значит. Там таймер в верхнем правом углу есть. Ну там бывает, ну, наверное, если кроме шуток... Я не знаю просто, насколько долго загружаются эти ролики. Но, наверное, это дело, типа, не такое уж долгое. Но этим так плохо. Ну, да, что ж, это 5 минут на ролик в среднем. Ну, роликов всего 100. Да нет, ну 5 минут это очень много. Ну, 3 минуты. Ну, смотри, ты открываешь ролик. Я не знаю, сколько он грузится, допустим, потыкаешь на 40 минут. Смотря насколько ты подробную информацию в табличке указываешь. Допустим, если ты хочешь просто указать еще и у победителя его расу, ты еще должен расу посмотреть. Это и чуть больше. Я бы еще положение указал. Я хотел бы проверить, что насколько высока вероятность победы напротив Макса. Кстати, ну короче, да, вообще лучше указать всю информацию в табличку, которая полезна, а дальше на нее основание статистику. У меня каникулы через полторы недели. То есть ты эту хуйню занялся бы? Через полторы недели. И это просто намекает, что погнали варик через полторы недели. Нет, нет. Я могу. Может быть, могу этим заняться через 10. Давай, будет прикольно. Ну это действительно прикольный факт. Можно обновлять будет эту таблицу. Ладно, Витёк. Сколько у нас положений получается различных? Блять, там же еще важно, как мы расположены, потому что поворот. Да нет, в смысле, просто указывай. Положение всех четырех игроков и все, кто сверху, кто слева, справа, кто снизу, и все, и кампы где. Дальше уже построим. Мы хотим количество считать, то было бы
удобно. Еще раз, кажется, ты указываешь самую подробную и самую сырую информацию, а дальше на ее основании можно что угодно считать в Excel или программой. Да, да, да. В любом случае, по этим данным восстановим любые интересующие нас факты о положении. Да, не надо писать типа напротив Макса или не напротив Макса, потому что потом станет интересно, а напротив Макса, а с какой стороны кто еще был и там. Не, нет, это понятно, да. Типа, видимо, полная информация, это действительно. Ну, то есть нам же похуй на всякий счет, голгу и прочее. Наверное, похуй. То есть нас интересует типа win-lose, расположение и расы. Ну, я. Ну да, ну грубо говоря, если потом захочется, можно будет это еще раз проходом посмотреть. Как же хочется. Я думаю, уже после 30-го ролика не захочется. Да, да, прям очень хочется. Угу. Да, типа победитель, положение, расы. Версия. Ну, можно это место. Типа, кто место, первый отметил, кто второй, кто третий, кто четвертый. Место сложно считать, искать. Это нужно гораздо дольше просматривать игру, потому что все отлетают в рандомные моменты. Ты не можешь просто на конец игры это тяжело. Вот да, на самом деле интересна была бы статистика, но это, конечно, дольше считать. Просто на какой минуте кто отлетел? Типа, в среднем Макс отлетает за полчаса, а Витёк типа за час или что-нибудь такое. Не-не-не. Нет, слушай, отлёт — это довольно херовая метрика, потому что, да, типа... Ну, в конце тебе плохо, хочешь сказать, уже и ты... Ну, да, ну, типа, плюс-минус 5 минут ты можешь сидеть с одним бараком без шансов на победу. Можно и 20 минут сидеть, да. Но особенно на нежити можно сидеть очень долго. Хуйню там нет, дырку. По-моему, нормально. Положение, раз, версия патча, победитель. Ну, типа того, да. Ну, да-да-да, типа, порядок... Это, мне кажется, тоже не очень интересная, на самом деле, информация. Ну, типа, какая разница, какую инфу можно из того, кроме того, что кто сколько в среднем живет. Ну, это тоже какая-то сомнительная хуйня. Кто живет на каких расах, кто больше выигрывает, кто стал лучше играть после того, как патч сменился. Тогда, знаешь... Тогда уже надо считать, типа, какая раса против какой сильнее себя чувствует. Но это очень тяжело. Чё, все расы всех игроков, положение, патч, чё тебе, чё, победитель, чё тебе ещё надо, блядь? Ну всё, время не надо указывать. Нет, время похуй, ладно. Главное, что время идёт. Ладно, всё. Пойду, прежде чем я уйду, Витёк, Гоша, скажите что-нибудь моим любимым подписчикам. Подписчики. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И ждите новых роликов. Ссылка на OnlyFans в описании. Да. Ну и давайте еще Витёк скажет, благодаря чему он победил. Что вот помогло в этой катке выиграть? Мне помогло то, что меня поддерживали подписчики и болели за меня с самого начала до самого конца. Спасибо вам огромное. Ну лично я болел за Виндиктуса. Надеюсь, это придало тебе сил. Помогло. Венедиктус тоже был отличный. Летучая тарелка, сука. Все, всем пока. Да, спокойной ночи.